Çamlıurfa'nda bir Doktora. Anneanne Светлана Викторовна. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты сараптама және сыртқы әдеби байланыстар бөлімінің меңгерушісі, филологтардың кандидаты, профессор. Харитонова Лариса Михайловна, Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің Мейрамов атындағы орыс тілі және әдебиеті кафедрасының доценті, филологтардың кандидаты. Такатова Людмила Ербулатовна, Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті гуманитарлық ғылымдар жоғары мектебінің доценті, филологтардың кандидаты. Осындай құрам, өзіміз енді өз құрамымызды жақсы білеміз. Енді диссертацияны жұмысты бастауға рұқсат етіңіздер. Бірінші кезекте сөзді ізденушінің құжаттарымен таныстыру үшін ғалым хатшыға береміз. Добрый день, уважаемые члены диссертационного совета, официальный рецензент, уважаемые гости. Разрешите ознакомить с личным делом соискателя Аскеновой Жанару Кадырбековны. На соискании степени доктора философии PhD по специальности 6D024400 литературоведения. Слышно меня, да? Слышно, слышно. Аскенова Жанаргуль Кадырбековна родилась 21 февраля 1981 года в Северо-Казахстанской области в Алихановском районе. В 1998 году окончила Толбухинскую среднюю школу с отличием. С 1998 по 2003 года обучалась в Кокшетауском государственном университете имени Шоканова Алиханова по специальности русский язык, литература, английский язык. С 2003 года по 2004 год работала преподавателем русского языка, литературы и делопроизводства в Кокшетауском колледже Арна. С 2004 по 2006 годы проходила обучение по программе магистратуры в Казахском национальном университете имени Абая по специальности русский язык и литература, окончила с отличием в городе Алматы. С 2006 по 2017 года работала в Евразийском национальном университете имени Гумилева преподавателем, старшим преподавателем кафедры русской филологии филологического факультета. С 2017 по 2020 годы обучалась в докторантуре Евразийского национального университета по специальности литературоведения. В период обучения в докторантуре прошла научную стажировку в МГУ имени Ломоносова и Софийском университете имени Климента Охридского в Болгарии. В 2020 году после окончания докторантуры прошла по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры русской филологии филологического факультета, где и работает по настоящее время. По теме диссертационного исследования опубликовано 17 статей, 5 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных комитетом Монарка, 6 в сборниках международной конференции, 3 в международных журналах Российского индекса научного цитирования, 3 в журналах входящих в базу Scopus и Web of Science. Предварительное обсуждение диссертации прошло на расширенном заседании кафедры русской филологии 6 октября 2021 года. Имеется утвержденный протокол кафедры, где кафедра рекомендовала диссертацию по защите. Также в деле имеется справка комиссии по этической оценке исследований ГЕНУ имени Гумилева от 29 октября 2021 года, в результате которой выдана положительная справка, где указано, что этических нарушений не обнаружено. В деле также имеется положительная справка от акционерного общества Национальный центр государственной научно-технической экспертизы. Это проверка по системе антиплагиат от 10 декабря 2021 года, в которой сообщается, что диссертация проведена по антиплагиату, совпадение обнаружено. В целом все документы соискателя Аскеновой Жанаргуль Кадырбековны соответствуют правилам присуждения степеней. И есть ли у вас вопросы, уважаемые ученицы? Сұрақтарыңыз бар ма? Есть вопросы? Менімше түсінікті ғой деймін. Рахмет. Рахмет. Келесі кезекте сөзді диссертантқа береміз. Диссертацияның мазмұнын таныстырып беру үшін регламент 15-17 минутқа дейін. Жанаргүл Қадырбекқызы, сізге сөз береміз. Здравствуйте. Добрый день, уважаемый председатель диссертационного совета Дихан Хамзабекулы, члены диссертационного совета, рецензенты, научные консультанты, гости. Предлагаем вашему вниманию диссертационное исследование на тему «Типология сюжета вторжения столкновения и жанровая динамика литературного процесса XIX века».
Майнура Бельтайна, пожалуйста, демонстрацию. А, мне включить, да? Да. Отключена демонстрация. Распанздер. Жанна Аркадьевна, я вам разрешила же демонстрацию, правильно? Можете включить? Отключено, написано. Демонстрация. Так, вот. Есть у меня. Попробуйте сами, хорошо? Вам же самое удобное. А, все, все, спасибо. Да, вижу. С нашей работы. Актуальность. Теоретическая актуальность обусловлена. Сейчас я сделаю большой экран, показ. Трактовка в психологическом понимании, разработка принципов типологии сюжета, вторжение столкновения. И двоякость событийности, его влияние на жанровую трансформацию, анализом жанровой трансформации как фактора динамики литературного процесса. Практическая же актуальность определяется применением неориторического дискурсного и нарратологического, сюжетологического подходов для методик анализа художественного произведения, разработки критериев художественного перевода прозы Николая Гоголя и Антона Чехова на казахский язык. Цель исследования состоит в обосновании типологии сюжета вторжения, столкновения как структурной матрицы русской прозы XIX века и как фактора динамики литературного процесса. По-моему, слайды не двигаются у вас. Слайды не двигаются. Типология сюжета. Да. Вам нужно иконочку рядом с процентами, чтобы у вас была именно демонстрация экрана полностью. На рюмочку похожа иконка. Ну, вот сейчас листается? Пока нет. Нет, нет, вы не нажали. Листается. У нас до этого значит. Угу. Так, потому что... Так, Жанаргуль, айта беріңіз, айта беріңіз. Вот так видно? А, да, да. Угу. Да, вот мы остановились на задачах, цели я вам назвала. Задачи, значит, на данном слайде мы перечисляем задачи. Анализ нелинейной динамики литературного процесса в аспекте двоякой событийности, роль несобытия в двоякой событийности как элемента сюжета вторжения. Третья задача – рассмотреть сюжет вторжения, столкновения и жанровой динамики трансформации на материале прозы Пушкина, Гоголя, Чехова. Синтез комической и драматической модальности как проявление несобытия. Пятая задача – роль жанровой трансформации как фактора динамика литературного процесса. И шестая – разработать критерии художественного перевода на казахский язык. Следующая. Объект исследования – это циклы повести Белкина, Пушкина, «Миргород» и «Петербургские повести» Гоголя, выборочно рассказы и повести 83-1897 годов и пьеса «Предложение» Чехова, а также проза Николая Гоголя и Чехова в переводах на казахский язык. Предмет исследования заключается в исследовании не события как элемента сюжета вторжения и столкновения и сюжета не события. В качестве предмета исследования также мы рассматриваем
коммуникативные стратегии писателя и коммуникативные тактики героев, и локутивное, и перлокутивное воздействие автора на читателя. Методологической базой в основу исследования, то есть легли труды ученых Тюпы, Силантьева, Тамарченко, Жалковского, Степанова, Чувакина, Качесова, Чернышовой. В данном слайде отражены их направления, то есть что мы именно рассматривали в их трудах. Методологическая база исследования обусловила не только применение нериторического дискурсного подхода, но и его преимущество, которое позволило исследовать текст как аргументативный дискурс, возникающий на скрещении двух процессов – порождения и литературной интерпретации. Методы исследования. Применение структурно-семиотического метода способствовало исследованию не события, как элемента сюжета и описания процесса сюжета. Вторжение, столкновение. Аксиологический метод показал влияние концептов православия на духовную семантику прозы русских писателей, например, гоголевские герои. Компаративный метод способствовал установлению различий в подходах Пушкина, Гоголя и Чехова к структуре сюжета вторжения и столкновения. Эти различия отражены в сравнении, например, прозы Пушкина, сюжет вторжения, столкновения, и у Гоголя строятся на пародии, авторефлексии, носологии, гротеска. Таксономический метод позволил разработать классификацию видов не события, как элемента сюжета. Например, у Пушкина это эпиграф, литературное чтение и так далее. Использованы методы лингвоконцептологии, лингвокультурологии, культуроведческой лингвистики. Теоретическая значимость обусловлена нелинейной трактовкой сюжета события, анализом не события и сюжета вторжения столкновения как факторов динамики литературного процесса, установлением роли сюжета вторжения столкновения русской классической прозы XIX века. Результаты исследования. Первый результат – установлена связь сюжета вторжения столкновения и жанровой трансформации. Так, в таблице сказали, что повесть Пушкина «Метель», истории нравоучения повлияли факторы пародирования, сентиментализма, романтизма и литературного чтения. Второй результат – дополнен предмет не события, как единица сюжета, и самостоятельный сюжет, а также дана методология сюжета, показано влияние на воздействие автора на читателя. Например, языковая игра у Гоголя как самостоятельный сюжет при переводах на казахский язык. Следующий слайд показывает нам жанровую трансформацию, которая изучена в произведениях Пушкина, как преобразование провинциальной бытовой истории, случая в анекдот, типический случай. Здесь перечислены виды несобытия, пародия, эпиграф, литературное чтение, точка зрения, литературная амплуа героев. На данном слайде объекты пародирования, например, последний объект романтического клише в произведении «Выстрел» – это Сильвио, взгляд романтического мстителя. Здесь жанровая трансформация из случая в рассказ. Все эпиграфы у Пушкина отсылают читателя к литературным источникам. Роль культуры реципиента. К примеру, в «Станционном смотрителе» эпиграф ставит проблему переосмысления отношения к диктатору. Литературное чтение проявляется во всех произведениях, повестях Пушкина.
мы здесь тоже их перечислили. В этом слайде, например, если взять произведение «Метель», то круг чтения Марии Гавриловны – это романы Карамзина, православная литература. Есть перекличка с «Бедной Лизой». Известно, что повести рассказываются автору, наратору разными лицами. Допустим, в «Станционном смотрителе» титулярный советник АГН, «Выстрели» подполковник и так далее. Здесь вот литературные амплуа героя перечислены во всех произведениях, главные герои. И здесь указан результат их мировоззрения, то есть тип восприятия мира. В следующем коммуникативная стратегия писателя – это результат таблицы, отраженной в нашей диссертации. Классификация видов не события, как элемента сюжета, образует сюжет вторжения и столкновения. Следующий – жанровая трансформация произведения, показаны факторы, то есть что повлияло на трансформацию произведений Пушкина. Это точка зрения наратора, то есть сама повесть, история покаяния превращается в притчу или анекдот. Следует отметить, что анализ типологии сюжета вторжения и столкновения позволил обосновать жанровую трансформацию повестей. В следующем, третьем разделе мы обращаемся к произведениям Гоголя. В данном случае «Старосветские помещики», где идет трансформация повести в апокриф. Сюжет апостасии – это гоголевский сюжет, который основан на дантовском архетипе. В данном слайде вы видите диаграмму, которая также является выводом своеобразия жанровой трансформации у Гоголя. Как мы пришли к этому выводу? Мы исследовали структуру апостасии, выделили в ней архетипические образы, мотивы, сюжет, образы ритуальной культуры. И результаты анализа отражены вот в данной диаграмме. Это и есть новаторство Гоголя, то есть вот это вот процентное соотношение. В следующем слайде отличие метода Гоголя от метода Пушкина. Указаны структура двоякой событийности поэтики Гоголя, фабула земного рая, патриархальная сентиментальность, сюжет апостасии. Каковы же особенности? Это полифонизм Гоголя, виды не события, это комментарии, реплики гоголевского сюжета. То есть таким образом создается жанровая трансформация, идиллия превращается в апокриф притчу. В данной диаграмме указано равное соотношение семиотики и авторефлексии, что подтверждает концепцию не события и специфику гоголевского сюжета в его двоякой событийности. Данная гистограмма приводит результаты анализа соотношения сюжета вторжения и столкновения и сюжета не события посредством структуры и нарратологического анализа. Показана роль нарративных скреп, классификация форм не события, новизна гоголевского метода. Здесь приведены результаты сопоставительного анализа с прозой Пушкина, с позиции изучения не события как структурной единицы сюжета и не события как самостоятельного сюжета вторжения и столкновения. Опять-таки процентное соотношение. И далее отличие Гоголя от Пушкина состоит в том, что виды не события, виды сюжета вторжения и столкновения у Гоголя строятся на пародии, авторефлексии, значит, семиотики города, литературной пародии, травестировании чужого слова. В данном слайде мы
отразили одну из глав третьего раздела «Гоголевский текст и постмодернизм Терца». То есть в произведениях Терца мы видим гоголевскую рецепцию, юродство, литературную пародию, жанровую трансформацию. Также мы рассматривали переводы произведений Гоголя на казахский язык, говорили о неточностях перевода, о литературной языковой игре писателя, что сложно переводить гоголевский ономастикон, метафоры, символику стиля Гоголя, религиозные традиции православия, двоякая событийность, она отражалась в воспроизведении литературно-языковой игры и происходила утрата при переводах на казахский язык, утрата комической модальности, то есть комический стиль переходил в нейтральный при переводе на казахский язык. Вот еще одна диаграмма, гистограмма, да, где отражена динамика фабульной синтагмы и парадигматический сюжет. Это уже на примерах произведений Чехова. Несколько синтагматических кругов мы выделяли. Здесь мы рассматриваем рассказы «Анна на шее» Ариадна Чехова, сравниваем их с точки зрения вагонного эпизода, то есть что у них общего, что, в чем различие. Значит, в данном слайде мы видим преображение Анны, да, в «Анну на шее», и в «Ариадне» мы видим способы мышления и преобразования самого героя. Не события, как сюжет «Торжение столкновения» в произведениях Чехова с точки зрения вагонного эпизода и видов сюжета, не события, указаны в данном слайде в произведениях «Анна на шее», «Ариадна», «О любви», символика и сюжеты, какие сюжеты мы наблюдаем. Далее мы обращаемся к произведению «Смерть чиновника», говорим о сюжете, не события, сюжете «Вторжение столкновения», этимологии имен, нормах этикета, ремарках, репликах и так далее. Также мы обращаемся к рассказам «Анюта», «Тоска», где двоякая событийность и новая трактовка маленького человека проявляется в смирении и смирении мудрее. Манипуляция является одним из задач нашего исследования, как сюжет не события, коммуникативное событие, как риторический аргумент. Здесь мы используем методы лингвоконцептологии, рассказы Чехова, значит, в каждом рассказе есть свои аргументативные результаты, стратегии, воздействие автора на читателя и авторская точка зрения. Переводы на казахский язык занимают, значит, важную роль в нашей работе. Мы замечаем, что при переводах проявляется двоякая событийность, жанровая трансформация, повторяющиеся сюжетные схемы, мотивы, чеховский подтекст и национальная концептосфера. То есть какие трудности испытывали переводчики при рассмотрении чеховского подтекста. Переходим к выводам. Значит, значимость теории коммуникации – в первую очередь, да, в нашей работе нериторический дискурсный подход, сюжетология для исследования динамики литературного процесса, связь сюжета и жанровой трансформации,
изучение динамики литературного процесса в аспекте внутренних слов на основе сюжета вторжения столкновения и предпосылки для трактовки сюжета вторжения столкновения как структурной матрицы русской литературы XIX века. Спасибо за внимание. Жақсы, Жанаргүл Қадырбековна, сіз мазмұнын өзіңіздің жұмысыңыздың баяндап шықтыңыз. Какие будут вопросы? Қандай сұрақтарыңыз болады диссертантқа? Диссертациялық кеңес мүшелері. Давайте я задам вопрос. Можно, Тихон Камзеков? Ну, как лингвиста, меня интересуют некоторые аспекты, которые у вас отражены в работе, потому что комплексный анализ, он у вас предполагает такое междисциплинарное исследование, использованные методы и лингвистического анализа. Вот вы в своем выступлении не говорили о и локуции, и перлокуции. Просто у меня такой вопрос. С какой целью вы использовали перлокутивные и локутивные функции при анализе? И приведите, пожалуйста, примеры. Спасибо большое. Да, и локутивное, перлокутивное воздействие. Спасибо большое за вопрос, Шупан Гузарна. Конечно, занимал большую роль в нашей работе при рассмотрении рассказов Чехова, то есть перлокуция, влияние и локутивное, и перлокутивное воздействие с точки зрения психологии мы рассматривали, то есть как ведет себя автор, наивный читатель, то есть не, с точки зрения не события, то есть то, что домысливает сам читатель при прочтении того или иного рассказа. Ну, все. Пример какой-то можете привести? Перлокуции и иллокуции. Да, конечно, у Чехова, например, в произведении «Анна на шее», то есть когда, значит, муж, ее супруг, муж получает медаль, то есть идет в переносном значении, да, влияние. Да, перлокутивное воздействие. Значит, нет, здесь должен быть какой-то речевой акт, да? То есть вы его должны, да, назвать. Угу. То есть Анюта превращается в Анну на шее. Угу. Хорошо. Угу. Так. Все, да, у вас с примерами? Да, спасибо. Можно вопрос? Галина Ивановна. Да, спасибо большое. Жанаргуль Кадырбековна, работа ваша очень интересная, сложная и терминологически насыщенная. А вот существует, наверное, такая структурная единица в работах – выделение терминологического аппарата. Если бы он был выделен, было бы многое понятно. А так возникают вопросы. Ну, может быть, внутри текста есть объяснение многих терминов. Например, такой термин, ну, в связи с этим у меня два вопроса. Как вы понимаете ваш новое понятие «структурная матрица» русской литературы? И на каком основании вы в эту структурную матрицу вписываете только трех авторов, представителей русской классики XIX века? Это у вас и в задачах, и в гипотезах есть, да? И второй вопрос. Как вы понимаете нарратологический подход? Что такое нарратология? Каким работам вы апеллируете? Спасибо. Спасибо большое, Галина Ивановна, за вопросы. Значит, мы просмотрели работы, значит, прежде всего хотела, да, сначала начать, когда мы говорим о терминах, терминологическом аппарате, почему мы его не включали в свою работу, мы посчитали нужным, что они уже все разработаны, то есть термины имеет уже свой терминологический аппарат, то есть определение, поэтому мы решили не включать. И, значит, придерживались классических позиций, да, точек зрения. Что касается
структурной матрицы, то здесь у нас были, да, такие в частных вопросах. Мы говорили о том, что отвечая на вопросы рецензента, мы говорили о том, что структурная матрица – это нарративная и, значит, такая сложная позиция с точки зрения структурно-семиотического, сюжетологического и анализов, да, здесь проза Чехова, почему мы взяли трех писателей, у этих писателей очень много произведений, мы рассмотрели, у Пушкина 5 произведений, у Чехова 7, у Гоголя 6 произведений, мы видим, что этого достаточно, и структурная матрица, это характерная, как двоякая событийность, и развернуты они именно в таких монографиях или трудах. Это Силантьева, если мы говорим о нарратологии, Силантьев, Шмидт. Обращаемся также к трудам Тюпы, Валерия Игоревича Тюпы. Это тоже основной наш источник в исследовании. Что касается жанровой трансформации или структурной матрицы, как вы сказали, да, то здесь и проявляется национальное своеобразие, новаторство писателя и также аспект несобытия, который является предметом нашего исследования. То есть это классическая литература, поэтому мы так обозначили этот термин. И в этом плане мы надеемся, что такой подход будет вот актуальным. Жанагул Кадырбековна, да. Ответьте четко, ясно. Да, то есть относится, да, к русской литературе, поэтому структурную матрицу мы выбрали этот термин, это понятие. Извините, пожалуйста, в одном месте вы говорите «структурная матрица русской классической литературы XIX века», а в гипотезе вы говорите о том, что это структурная матрица русской прозы XIX века. Что входит в понятие «структурная матрица»? Вы можете четко ответить? Да, то есть это процесс такой исследования, это единое, объединенное единой темой, это одно направление такое, поэтому мы обозначили таким вот широким понятием структурная матрица. Просто это новое понятие, и да, да, ну, для нас отдельно прокомментировано. Отдельно. Спасибо. Да, и здесь... Светлана Викторовна, Лариса Михайловна, да? Да, спасибо. Лариса Михайловна. Спасибо. Я хотела задать вопрос, потому что он не так далеко ушел от вопроса Галины Ивановны. Но я совершенно солидарна с необходимостью какого-то тезауруса, словаря, потому что работа действительно интересная. Сначала вчитывалась трудно, но затем вчиталась и показался какой-то интересный сюжет в работе. И вот, Жанаргуль Кадырбековна, вы не раз упоминаете о том, что то, что ваша работа способствует уточнению своеобразия русского реализма. То есть в целом вы выходите на глобальный вывод о национальном своеобразии русской литературы, о своеобразии русского реализма. Вот я бы хотела, чтобы вы в ответе на вопрос сейчас сформулировали, что ваше исследование добавляет в уже имеющуюся концепцию своеобразия русского реализма. Оно как-то меняется, добавляются новые акценты. Вот что позволила ваша работа обнаружить такого, чего не было ранее? Спасибо большое за вопрос. Значит, сложность, конечно, в диссертации нашей теме прослеживается, да, то есть концепция была
обусловлено рядом моментов, то есть на протяжении рассмотрения всей темы, да, на протяжении всего исследования мы думали, что масштабность, да, огромная в первую очередь, и несколько направлений, да, мы взяли, несколько писателей, трех писателей, объединили с позиции нарратологии, с позиции сюжетологии. Хорошо, спасибо. Просто да. Своеобразие русского реализма. В чем? В чем заключается? То есть в обращении к творчеству Пушкина, Гоголя, Чехова с позиции нарратологии, неориторического или дискурсного подхода. Ну вот, если кратко. Спасибо. Ага, Светлана Викторовна, задаете, да? Михаил Хамзабевич, можно я задам вопрос? Светлана Викторовна там занята. Да? Хадиша Рустембековна, давайте. У меня три вопроса. Значит, первое. Вы, значит, я там немножко присоединяюсь к Светлане Рустембековне к ее вопросу. Значит, скажите, пожалуйста, вы дифференцируете две позиции: теорию коммуникации и дискурсивный подход. Теорию коммуникации? Дискурсивный подход. А, дискурсный подход. Да, конечно. Если вы дифференцируете, то в чем различие? Это страница 14. Угу. Угу. Чем отличается? Да. Да, конечно, мы, значит, эти два подхода различаем. Мы говорим о том, что с точки зрения коммуникации у нас происходит дискурсный такой, с точки зрения ТЮПы, да, дискурсный подход. То есть мы рассматриваем с точки зрения компетенций, трех компетенций. Референтная компетенция и какая еще коммуникативная. А с точки зрения коммуникации мы воздействуем, мы рассматриваем приемы воздействия автора на читателя и говорим о перлокуции и локуции. Угу. Да, и вот здесь у нас также есть на странице 14 схемка, где указаны четко два подхода. Значит, вы разделяете. Хорошо. Следующий вопрос отсюда же вытекает от первого вопроса. Так, если вы говорите о дискурсивном подходе, то вопрос. Референтная версия текста подвластна ли участникам коммуникативного события? Да, конечно. То есть неформальная аргументация убеждает в коммуникативном процессе, адресована к воздействию, да, и сознанию реципиента. То есть здесь идет с точки зрения лингвистов, там Чувакина, Макеева, мы перечисляем, что идет воздействие. Нет, значит, оно доступно только, значит, над адресатом. Значит, адресат. Это вытекает, у вас просто, я говорю, вы взяли работу ТЮПы 2008 года, а это теория Бахтина, которые в поздних работах ТЮПа пишет об этом. Следующий вопрос у меня. Значит, в ваших слайдах, это на кафедре тоже был задан вопрос, не только мной, но и другими членами кафедры, претендентами вашими. Вы написали: разработать критерии точности художественного перевода на казахский язык. Какие критерии вы разработали? Mm-hmm. Можете перечислить? Это ваши задачи. Mm-hmm. Да, это одна из задач, конечно, мы говорили о том, что сложно переводить тексты Гоголя и Чехова. И скажите, что именно вы разработали, критерии? Особенности двоякой событийности. Создали, можно сказать, что нужно новые переводы создавать на казахский язык. И, значит, то есть то, что нужно с точки зрения практической актуальности, да, то есть где-то пересмотреть переводы, обновить, развить какую-то книжную культуру, читательскую культуру, может быть, имена, фамилии переводить, потому что у Чехова и у Гоголя они
не переведены. Фамилии, например, лошадиной фамилии переведены, но они не совсем отражают комизм Чехова. Есть у нас новый сайт Казнет, да, как Рунет, то есть ФЭП в Казахстане тоже. Очень много переводов Чехова я нашла в этом электронном ресурсе. Гоголя, к сожалению, не все произведения там. Вот можно было через этот электронный ресурс, да, эти критерии все хорошо пересмотреть. Продолжаем дальше. Из этого, подождите, Михаил Хамзабекович, вы там пишете, Пушкина вы не взяли переводы, в работе вы пишете и в ответе, что переводов повести Белкина нет. Нет. Нет, есть. А к юбилею Пушкина вышел трехтомник, где и частично повести Белкина были переведены. Это раз. Я не совсем согласна с вашими критериями точности художественного перевода, который вы выделяете, потому что сейчас уже сколько лет прошло, переводческая наука Казахстана, она далеко вперед шагнула. И самые лучшие переводы, они относятся именно к нашим классикам, потому что они знают в совершенстве русский и казахский язык. И потом у нас среда в основном русская, ведь нельзя говорить о том, что переводы несовершенны и о каких-то изменениях. Сейчас очень много и целая серия государства наше выделяет по переводам русской классики. Наши, к сожалению, к которым вы не обратились, переводчики находятся и на соседней кафедре, которые переводили и Гоголя, и Пушкина, и Лермонтова. И так. Жена Тоскребекуза, да. Да, надо было их у вас... Нет, мы как раз-таки ее сборник рассматривали на основе ее сборника. Я Жан Сугуров переводил. Дубровского, кстати, тоже Шакарин проводил. Это, видите, это ранний перевод. Давайте, это дискуссия потом. Давайте. Спасибо большое, Хадиша Субековна. Да, мы учтем, просмотрим в перспективе трехтомник повести Белкина. Но вот основные переводы мы, конечно же, обращали внимание на Гоголя и Чехова, да? Поэтому Дубровского у нас не было в целях. Добрый день, уважаемые коллеги. У меня вопрос, Жанаргуль Кадырбековна. Да. Большая работа проделана. В разделах вы отдельно выделяете, я как казаховед, специалист по казахскому литературоведению, вы разделяете, в разделе вы Гоголь и Чехов, да, у вас в третьем разделе. Двоякая событийность, жанровая трансформация, проблема точности казахских переводов Гоголя. И 4.6 переводы прозы Чехова на казахский язык. Гоголь и Чехов только выходит, да? Да. Пушкина вы не выставляете отдельно. Почему? Первый вопрос. И второй вопрос. Данная тема в казахском литературоведении, она уже рассматривалась. Конкретно вот Саиль Тальжанов об узловых проблемах художественного перевода на материале перевода «Ревизор мертвых душ Гоголя на казахский язык» была написана диссертация. Я не смог найти эту диссертацию в вашей работе. Почему? Да. Мы рассматривали... Саиль Тальжанова не рассматривали? Нет, к сожалению, не рассматривали. Мы рассматривали Пушкина, значит, Пушкина не рассматривали повести Белкина, но к тому моменту не было переводов. Далее мы рассматривали Гоголя переводы, Чехова. У Гоголя Нуртазина переводы обращались, да, к Сыздыковой переводам. У Чехова мы обращались к Абишу Кекильбаеву переводам, Мухтара Уэзова, Нурпиисова, Абдижамиль. И очень много переводов было кратких рассказов, но вот впервые понятие применили двоякая событийность, мы просмотрели просто у Пушкина, но без переводов, а
данная диссертация, которую вы называете, там не рассматривалась двоякая событийность, и поэтому не была предметом нашего анализа. Хотя бы данную работу в источниках указали, если было бы правильно, мне кажется. Большие произведения мы не брали у Гоголя, мы брали повести, поэтому ревизор, да. Мы, конечно, в перспективе мы будем просматривать. Я записала. Угу. Давай, спасибо большое. Дальше идем. Ага. Мы на раз сурако яспе давайте. Я. Ага. Жанна Кадырбековна, скажите, пожалуйста, у меня немножко, наверное, перекликается, не знаю, вопрос с Каирбеком Лизабековичем. Хотела узнать, вот, вообще, в каков вклад казахстанских ученых в разработку вот этой темы исследований? Потому что в теоретико-методологической базе исследования я не увидела ни одну фамилию казахстанских ученых и в содержании диссертации. Вот каков вклад наших ученых? Да, спасибо большое, Майнора Витальевна. Мы конкретно на слайдах это не указывали, но в казахстанской науке очень мало рассматривалось нелинейная трактовка сюжета. Тем не менее, мы обращались к трудам ученых казахстанских. Это Вера Владимировна Савельевой, Курлай Биталина Уразаевой, Шумановой Гульнар по гоголевской рецепции. Это, значит, казахстанской науки также можно назвать труды ученых Казымпу имени Абая, очень много обращались, это литературоведы, некоторых из них мы указывали списки использованных источников, Сарсикеева, далее Сафроновой труды просматривали, и также молодые ученые вошли. Ну, небольшие такие цитаты мы использовали в своей работе. В основном это были труды российских ученых, конечно, как вы отметили, да, и труды Силантьева, Тюпы вот легли в основу. К сожалению, не казахстанцы. Ну, это на будущее в объединении. Это же паспортная часть диссертации всегда надо показывать. Работа же в Казахстане выполнена. Мы должны свой вклад показывать. Спасибо большое. Тихан Камзабекулы, можно? Да, добрый да, день. Да, добрый день, я наконец-то, да, чуть-чуть освободилась. Мы действительно на работе. Институт, да, у нас сегодня рабочий день. Очень хорошая работа. Во-первых, я хочу поблагодарить за внимание к русской классической литературе, поскольку читаю курс в КАЗНУ имени Аль-Фараби по предмету для магистрантов «Русская литература в школе и вузе». Важен сам факт обращения к такой интересной теме. Но я разделяю точки зрения предыдущих ораторов, которые спрашивали о вкладе казахстанских литературоведов в данную тему. И я вот все больше и больше с Кенжиханом Атажановичем склоняюсь к тому, что наши книги должны быть оцифрованы. Не очень скромно, но «Казахстанская пушкиняне» — три раздела о переводах Пушкина на казахский язык. Здесь есть все, о чем говорил заведующий кафедрой казахской литературы, уважаемый мной Камингер. Так, была в какой-то степени, можно Силантьева считать казахстанским литературоведом, потому что он родом из Темиртау. Было очень хорошее, научное издание, научный сборник в 2000 году Лулудовой, которая защищалась казной имени Аль-Фараби, полностью посвящен Чехову. Художественно, значит, правдиво. Там столько интересных исследований, да, у вас есть Вера Владимировна, у вас есть труды Людмилы Васильевны Сафроновой, есть отдельные упоминания в тексте трудов других ученых, но Институт литературы и искусства в рамках программы «Грантовое финансирование» издал учебное пособие «Мировой литературный процесс. Контент, направления, тренды», где и в первом разделе, и во втором, и я вроде привозила на кафедру. Вот последний раздел наш с Кадишой Рустамбековной так и называется «Эволюция национальных литератур
от традиций к постмодерну. Скажите, пожалуйста, уважаемая Жанаргуль Кадырбековна, я хорошо знаю ваши работы, и это плюс, что вы публикуете с 18 года. Всегда люблю и говорю своим докторантам, нельзя писать только в 3 года и публиковать. Это должно быть до и должны быть задачи на перспективы. Они у вас есть. Вот кого из названных мной вы хотя бы, ну ладно, вы, может быть, забыли процитировать, но знакомы с их работами. Видели ли вы сборник Лулудовой? Он совершенно был потрясающий. Спасибо большое, Светлана Викторовна, за вопрос, за рекомендации ценные. Да, я вот очень часто на начальном этапе мониторила труды, особенно докторантов, молодых ученых. Ну, почему-то я и мы, может быть, не в том аспекте рассматривали, но, конечно же, знакомились со многими вот, из ученых, да, и, да, в том числе вот, вашей кафедры, да, институт. Я смотрела труды ваших докторантов, но они не совсем подходили к нашей теме. Спасибо, я учту. Целый указатель по Пушкину и по переводам. Это в подтверждении вопросов предыдущих поступающих. То есть более корректно, более объективно, и да. Работа должна быть написана на широком материале. У вас очень хорошая теоретическая база, у вас современный подход, но есть ученые, которые внесли особо значимый вклад и в область художественного перевода, и в исследование русских классиков в Казахстане. Спасибо большое. Так, будут вопросы? Сұрақ бола ма? Онда сұрақ болмаса, ары қарай жүреміз. Следующие отзывы консультантов. Бірінші отандық консультант, отечественный консультант Оразаева Құралай Бейбатылыевна. Рахмет. Зиялы қауым, уважаемые коллеги, позвольте зачитать мой отзыв. Ну, во-первых, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех коллег, как официальных рецензентов, так и неофициальных, приглашенных экспертов, тем, что сегодня благодаря вашему участию, вашему профессионализму становится возможным такое широкое, заинтересованное, неформальное обсуждение работы. Я очень рада, что мы, для нас лично Жанаргуль Кадырбековной, честь то, что мы работали все эти годы с нашим зарубежным консультантом Ириной Васильевной Мокрецовой, труды которой как раз посвящены не только русской классической литературе, но малоисследованным проблемам духовно-религиозного плана, а именно влиянию православия на поэтику русских художников слова, что нам, безусловно, оказало большую помощь при разработке и применении лингвоконцептологических методов исследования. И то, что Жанаргуль Кадырбековна в свое время прошла стажировку в Московском университете имени Ломоносова благодаря Ирине Васильевне, это тоже открыло нам вот такие большие перспективы в исследовании Пушкина, Гоголя и Чехова и выявлении малоисследованных аспектов, связанных с влиянием концептов православия на результаты поэтики, что позволило нам не только сравнивать и уточнять, описать своеобразие Пушкина, Гоголя и Чехова, но видеть вот эту разницу и, например, новую трактовку проблемы маленького человека, которая пережила очень сильную теоретическую трансформацию именно с позиции православия. На стажировке Жанаргуль Кадырбековна имела возможность слушать лекции Ирины Александровны Киселевой, на сегодня ведущего и крупного исследователя, специалиста по творчеству Лермонтова. Ирина Александровна не просто заведует кафедрой русской классической литературы Московского областного университета, но является ученицей Веры Николаевны Аннушкиной-Касаткиной, имя которой мы рассматриваем в науке как имя основоположника одной из научных школ в истории XIX века. И кафедра отметила на днях 90 лет, с чем я поздравляю Ирину Александровну. И кроме... Да, Ирина Александровна еще зампредседателя диссовета в Московском областном университете. Мы много лет плодотворно сотрудничаем, пишем отзывы на
труды аспирантов. Я имела честь быть неофициальным рецензентом Ирины Александровны. Вам большое спасибо за поддержку, за те бесценные консультации, которые также были плодотворными и полезными для нашей работы. И на этой же кафедре работает Татьяна Александровна Алпатова, профессор, труды которой также вошли в нашу библиографию и, безусловно, оказали большую сыграли большую роль для расширения и укрепления теоретической базы работы соискателей. Отдельно мне хотелось бы упомянуть труды болгарских русистов, которые также легли в основу идей нашей работы. И то, что Жанаргуль Кадырбековна прошла стажировку в Софийском университете имени Климента Охридского, где сосредоточена такая интересная школа русистики, и за что особое спасибо Евразийскому университету, который сделал возможным бесплатное прохождение стажировки. И все это в итоге, конечно, наверное, отразилось и не случайно и на обсуждении на кафедре, и в процессе вот вопрос, я думаю, на обсуждении повторяются вопросы, связанные с выработкой тезауруса. Почему мы не сделали глоссарий и почему специально не оговаривали во вводной части диссертации вот этот терминологический аппарат, который действительно поставил перед нами сложную проблему, обусловленную синтезом разных научных дисциплин, то есть истории русской литературы, теории литературного процесса и перевода видения. Но, с другой стороны, эта сложность, конечно, была и связана с тем, что мы должны были обозначить при применении инструментов риторического анализа, обозначить границы между нарратологическим и сюжетологическим подходом, да? Причем современным сюжетологическим, который касается именно не линейной трактовки сюжета. Очень много справедливых и интересных вопросов прозвучало, которые касаются осведомленности в области казахских переводов русской классической поэзии. Но я хочу заметить вот не в плане оправдания, а вот в плане того, что задачи переводоведения и разработки критериев точного перевода, они были обусловлены с одной стороны, чисто теоретической проблемой, да, потому что двоякая событийность, она и в российской науке по отношению к Пушкину не ставилась. Есть работы типы, которые касаются Чехова, да, поэтики. И причем в понимании двоякой событийности мы пошли, смею надеяться, дальше. Мы расширили, уточнили это понятие двоякой событийности вот в нелинейной перспективе, да, поэтому мы говорим не события, не события как единица сюжета и не события как самостоятельный сюжет. И хотя термины «не события», «сюжет», «торжение», «столкновение» были введены в научный оборот Александром Жалковским, были поддержаны Михаилом Строгановым, Лотман в 70-е годы употреблял термин «не события», да, без дефиса. И понятно, что мы не только приложили, применили эти термины к структуре двоякой событийности для того, чтобы создать предпосылки для описания и выработки основ, и это постановочная пока проблема, то есть начальный этап разработки структурной матрицы как модели литературного процесса. Причем эта модель основана не на системе внешних литературных взаимосвязей, которая до сих пор доминирует в науке, а на основе внутренних связей. Теоретический и научный исследовательский прецедент такой постановки рассмотрения имманентных внутренних связей литературного процесса мы нашли в фундаментальном издании трехтомники Института мировой литературы в трудах Тамарченко. И в том числе Тамарченко говорит, что когда мы исследуем внутренние связи, это поле более эффективного воздействия одного писателя на другого. И, соответственно, когда мы сравниваем прозу трех писателей, и это не просто вершинное, да, для нас достижение, но именно рассмотрение не в плане внешних связей, литературная преемственность с точки зрения не событий, не линейной трактовки сюжета, которая позволяет нам говорить об эксплицитном диалоге между тремя писателями как основе литературного процесса. Впервые такой подход предпринял болгарский исследователь Христо Манолакев из Великотерновского университета, и он сопоставляет комедию Грибоедова «Горе от ума», поэму «Мертвые души» Гоголя и роман «Идиот» Достоевского и выстраивает такой эксплицитный диалог на основе сюжета «Приезд, встреча, отъезд»
Он, собственно говоря, подсказал нам возможность такого подхода. Он говорит, что потом русская литература показала способность воспроизводить как структурную матрицу эту сюжетную схему. Но если Манолаки придерживался, вернее, концепции сюжета вот в таком событийном понимании, это одна часть, да, сюжетологического подхода, то для нас оказались интересными и плодотворными последние труды Игоря Витальевича Силантьева, с которым я хорошо знакома, да, он карагандинский, директор Института филологии, был долго в Новосибирске. И вот его труды, где он говорит о разнице предмета и методологии, нарратологии, сюжетологии, и внутри сюжетологии выделяет вот эту нелинейную, внесобытийную часть сюжета, да, то это нам и подсказало возможность исследования закономерностей и специфики метода писателей именно в русле имманентных связей. И хотя мы сегодня выслушали и это рассматриваем вопрос. Да, извините, я сейчас закончу. И, да, Кешермас, вопросы по переводу мы рассматриваем, конечно, как повод для дальнейшего улучшения. И спасибо за подсказанные направления исследования. Но переводовические задачи у нас не были основными в круге рассматриваемых вопросов. Они были поставлены в связи с тем, что анализ имеющихся переводов нам показал тяготение всех переводчиков, самых лучших писателей Советского Союза, когда перевод, вообще практика перевода переживала лучшие времена. Были созданы лучшие классические образцы переводов русской литературы, да, но там была, почему они создают ощущение похожести друг на друга. Это было обусловлено, конечно, и состоянием переводоведения, и состоянием науки. Это ни в коем случае не в критическом ключе. Но переводы, это известный факт, они всегда устаревают. И каковы же тогда направления, принципы обновления? И в свете исследуемой нами и разрабатываемой теоретической концепции сюжета в нелинейной перспективе, мы старались показать, какую роль играет двоякая событийность и в том числе литературно-языковая игра для более точных переводов Гоголя и Чехова. За Пушкина мы не решились взяться, потому что само понятие двоякой событийности в России и русской науки, да, которой мы, конечно же, придерживались. И дело не в умолении или неуважении трудам казахстанских исследователей, но нелинейная трактовка сюжета – это достаточно новая проблема и для российской науки. И поэтому мы надеемся, что мы создаем какой-то прецедент и предпосылки. И когда говорим о структурной матрице, то, конечно, речь идет о начальном этапе такой задачи, о постановочном характере, попытке создать предпосылки для описания основ и признаков структурной матрицы национального своеобразия русского реализма именно в аспекте двоякой событийности. Большое спасибо. Жақсы. Енді келесі рецензент, кешіріңіздер, ғылыми кеңесшісі, отзыв зарубежного рецензента Маклецовой Ирины Васильевны. Дорогие коллеги, слышно меня? Слышно, слышно. Да, я всех приветствую еще раз. Отзыв о диссертации Аскеновой Жанаргуль Кадырбековны на соискание ученой степени доктора философии по специальности литературоведения на тему типологии сюжета вторжения, столкновения и жанровая динамика литературного процесса XIX века. Тема, выбранная Аскеновой для научного исследования, привлекает внимание значимостью и сложностью погружения в творческие миры выдающихся русских писателей, осмысление жанровой динамики литературного процесса XIX века потребовали от диссертанта немало сил и мужества, мощный запас духовной и интеллектуальной прочности, заключенный в мировоззрении и миропонимании Пушкина, Гоголя, Чехова, сегодня востребован как никогда. Диссертант актуализирует интерес к образцам классического мирового наследия в соответствии с запросами времени, выполнив работу в русле, цитата, «современных тенденций описания текста как коммуникативной стратегии в ее связи с дискурсом, изучение художественного произведения с позиции риторической коммуникации». Конец цитаты, страница 3. Выбранные для анализа произведения русской классики XIX века и приложимые к их исследованию новые методологические и научные подходы привели, на наш взгляд, к весьма успешным поискам и выводам, полученных автором диссертационной работы. Новаторской стороной работы
работы является содержащийся в ней синтез литературоведческих, лингвистических и лингвокультурологических подходов, которые теоретически обозначают и убедительно демонстрируют его применение. Несомненно, достоинство работы с большой силой проявляется именно в теоретической обоснованности, точности определений, логической соразмерности выработанной теории и ее реализации на литературном материале. Диссертационная работа состоит из введения 4 разделов заключения, списка использованных источников, включающего 192 наименования. Структура докторской диссертации Аскеновой хорошо проработана, дает полное представление о поставленных целях и задачах, позволяет увидеть объективные выводы как результат тщательной аналитической работы. Автор владеет научной терминологией, основами различных филологических, литературоведческих и лингвокультурологических теорий, привлекает разнообразные источники от Пушкина до Чехова, приходит к убедительным выводам, что делает данное исследование полноценным научным трудом, который демонстрирует достижение современной научной мысли и является ценным вкладом в нее. Диссертационное исследование прошло апробацию на научно-методических семинарах филологического факультета, заседании кафедры русской филологии университета Евразийского университета имени Гумилева, а также на международных конференциях. Результаты исследования нашли отражение в 16 публикациях автора. Диссертация Аскеновой является достойным вкладом в развитие литературоведения, соответствует требованиям, предъявляемым докторским диссертациям на соискание ученой степени доктора философии. Благодарю за внимание. Спасибо, Ирина Васильевна. Следующее слово рецензентам. Первый рецензент Абишева Улбосын Хурмангали кызы. Сізге сөз береміз. Естілмей жатыр даусын. Не слышно вас? Хорошо. Меня не видно, поэтому я сижу. Рецензия на диссертацию Жанаргуль Кадырбековны Аскеновой «Типология сюжета вторжения, столкновения и жанровая динамика литературного процесса XIX века», представленная на соискание степени доктора философии по специальности литературоведения. Рецензируемая диссертация посвящена исследованию типологии сюжета вторжения, столкновения и жанровой динамики литературного процесса, его литературному процессе XIX века. Жанаргуль Кадырбековна Аскенова ставит целью представить типологию сюжета, обозначенную как сюжет вторжения столкновений, и проследить его в контексте жанровой эволюции в прозе XIX века. Диссертант указывает на то, что на изучение сюжета в фабульном и сюжетологическом понимании исследования его жанровом аспекте является одним из новых способов прочтения текстов классической литературы. Действительно, в работе соединяется несколько исследовательских методов: теория коммуникации, дискурсные нарратологические подходы к названному сюжету, и это не методическая эклектика. Задачи исследования определяются необходимостью целенаправленного и углубленного изучения произведения избранных авторов с позиции новейших методов литературоведения. Объектом изучения в магистерской диссертации являются произведения классической русской литературы Пушкина, Гоголя и Чехова. Актуальность осуществленного диссертационного исследования обусловлена поисками новых перспективных подходов к изучению прозы писателей и необходимостью дальнейшего внедрения в литературоведческие исследования аспектов теории коммуникации, дискурсного подхода к анализу текста, нарратологического подхода. И конечно же, эти авторы были широко исследованы, и историографическое изучение названных классиков русской литературы довольно солидное. Но к настоящему моменту многие избранные методы, которые выбраны в диссертации, позволяют утверждать, что тема диссертационного исследования содержит значительный элемент научной новизны,
так как сюжетологическое изучение с применением названных методов еще мало имеет таких вот работ, диссертаций, да, даже научных публикаций. Научная новизна проявляется в следующем. Выявлена художественная значимость сюжета вторжения, столкновения как структурной матрицы в произведениях писателей. Предпринята их классификация, их типологизация и рассмотрено движение этого сюжета в эволюции жанра. Работы определяется логикой исследования, поставленными задачами и включает разные разделы. Отметить четкий продуманный характер раздела, который включает все необходимые и важные для научной концепции диссертации термины. Во введении представлены 9 положений, выносимых на защиту, которые четко представляют и формулируют эвристическую основу диссертации. Здесь есть важное положение, у меня на 15 страниц, я не буду все 15 страниц своей рецензии читать, но важное положение необходимо прочитать все-таки. Прежде всего, это касается уровня самостоятельности и, самое главное, доказательности выносимых на защиту положений, основных положений, выносимых на защиту. Первое положение – обоснована роль двоякой событийности как фактора внутренней связи литературного процесса. Второе положение – доказано, потому что разработаны принципы дифференциации и функции несобытия как единицы сюжета и самостоятельного сюжета. В связи с выдвинутым третьим положением выявлена роль сюжета вторжения столкновения в прозе Пушкина как фактора жанровой трансформации. В связи с четвертым положением доказывается и доказано отличие метода Гоголя от пушкинского, и оно исследовано в аспекте видов несобытий и его функции как самостоятельного сюжета с позиции жанровой трансформации. Пятое положение – это отличие Чехова от Пушкина и Гоголя построено на анализе несобытия как способа повествования и с позиции эвокативного воздействия. Шестое положение тоже считаю доказанным, потому что несобытие, рассмотренное в контексте комической и драматической модальности, дополняет картину жанровой трансформации. В связи с седьмым положением необходимо сказать, что установлена связь между жанровой трансформацией и сюжетом вторжения, столкновения и структурой повествования. И два последних. Восьмое положение. Функции сюжета вторжения, столкновения в прозе Пушкина, Гоголя и Чехова как структурной матрицы русской прозы XIX века основана на нелинейной трактовке события как факторе жанровой динамики и русского реализма. И, наконец, последнее, девятое положение доказано тоже, потому что выявлена связь между точными переводами и способами перевода литературной и передачи, то есть литературной и языковой игры у Гоголя и двоякой событийности у Чехова. Конечно, я могу говорить, если необходимо, все положения, да? Все положения, потому что здесь принцип уже идет самостоятельности, принцип... так сказать, я прочитала основные положения и как они защищены. Теперь, что касается моих замечаний. Замечания, конечно, к любой диссертации могут быть, и они должны быть, но это никак не умаляет заслуг диссертанта в осуществлении исследования. Но в целом заключения диссертации обоснованы, достоверны, научные выводы аргументированы, степень обоснованности и достоверности научных выводов, сформулированных в заключении диссертации, достаточно высокая. Теперь о замечаниях.
Прежде всего, мои замечания касаются тоже, вот, перекликаются с теми, которые уже сегодня прозвучали. В диссертационной работе использованы разные методы. Я уже подчеркивала, что они совершенно разного происхождения в теоретическом плане и в научном плане, то есть там, где они возникли, какие научные концепции они защищают. И это не методологическая эклектика, а необходимость сегодняшнего научного подхода к анализу художественного произведения. Вот одним из главных методов является коммуникативная теория, которую использует диссертант в своей работе. Но в отечественной науке, нашей казахстанской науке, есть работы Галины Михайловны Мучник и ее учеников, которые используют, и, в общем-то, в Казахстане впервые Галина Михайловна выпустила монографию, защитила докторскую диссертацию. И, конечно же, вот нету печально то, что нету указания этой работы ни в списке диссертации, ни в ссылках, ни в списке литературы. Далее, опять-таки, касается методов. Исследователь вполне логично, и это вполне заслуженно, говорит о Иване Витальевиче Силантьеве, это целая новосибирская школа, Валерий Игоревич Тюпе, вот русская школа, РГГУ, как основатель этой школы, но рецептивной критики, да, но ведь и Тюпа прежде всего опирается на достижения немецкой школы рецептивной критики. Это университет Константа и работы Ханса Роберта Яуса, Вольгана Изера, и с его терминами, например, горизонт ожидания, который можно было бы использовать в этой работе, нужно было бы использовать. И плюс американская критика рецептивная во главе с Стэнли Фишем, она тоже не упомянута. Зато упомянуты, ну, я не считаю, что это прям целая школа, барнаульская школа, которую называют, но она в основном больше лингвистический имеет уклон. Вот не обозначены мировые теоретические центры, которые дали, так сказать, импульс зарождению этого метода рецептивной критики, да, но вот это одно из важных как бы замечаний. В целом, задача диссертационной работы реализуется в процессе системного изучения обширной теоретической литературы, привлекаются разные подходы к столь широкому материалу, разные методы анализа, структуры и типологии названного сюжета. И в итоге можно сделать вывод, что в диссертации Аскеновой по содержанию, широте охваченного материала, глубине выводов она соответствует заявленной теме. Диссертация соответствует заявленной теме. Высказанные замечания и пожелания не затрагивают общие научные ценности проделанной работы. В диссертации Аскеновой Жанаргуль Кадырбековны осуществлен концептуальный глубокий анализ художественных текстов под углом зрения избранной темы. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно позволяет представить возможности целенаправленного сюжетологического изучения с точки зрения сформированного автором диссертации анализа художественного текста. Материалы диссертации прошли апробацию и отражены в 17 публикациях. Диссертация Аскеновой Жанаргуль Кадырбековны соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает присуждения степени доктора философии по специальности литературоведения. Спасибо за внимание. Рахмет. Спасибо. Рахмет Улбосун Курмангалигызы. Рецензент Абишева Улбосун Курмангалигызының ескертпелеріне жауап беруге Жанаргүл Қадырбековна, сізге сөз береміз. Вы поняли?
Ответьте на замечание. Да, да, конечно. Уважаемая Убосын Курмангалиевна, позвольте выразить благодарность за столь внимательное, тщательное прочтение нашей работы, за высокую оценку диссертации, за подробный анализ и фундаментально развернутый отзыв. Что касается замечаний, указанных в вашем отзыве, по поводу работ казахстанских ученых, в частности, Галины Михайловны Мучник, что мы не включили ее в список используемых источников, хотелось бы сказать, что да, мы знакомы, обращали внимание на данные пособия. Одно из них – это проблемы коммуникативной поэтики Алматы, 95-й год. Второе пособие, книга «Текст в системе художественной коммуникации». Они, к сожалению, отсутствуют в нашем списке, но, в принципе, мы не упоминаем эти работы, так как наше исследование, наша диссертация делает акцент на позиции теории коммуникации. То есть мы рассматриваем текст, дискурс как с точки зрения жанра, с точки зрения жанровой трансформации, то есть с точки зрения нелинейной трактовки сюжета. Поэтому эти труды не входили в задачи указанного уважаемым диссидентом пособия. Далее, что касается Барнаульской школы, да, действительно, это школа риторики, это интеграция риторики, но с другой стороны, интеграция риторики и литературоведения, поэтому мы, значит, использовали их труды Чернышовой, Качесовой, Чувакина. Мы говорили о том, что идет нелинейно, а делали акцент на нелинейной трактовке сюжета и двоякой событийности. И также мы просматривали теорию аргументативного дискурса как с точки зрения лингвистики, то есть интеграция наук и перлокуция, и локуция, манипуляция, рецепция. Все это есть в разделе о Чехове. Спасибо большое за замечания. Уважаемая Убосын Курмангалиевна. Второй рецензент Сафронова Людмила Васильевна. Вам слово. Спасибо. Я подготовила отзыв по той новой форме. Она сейчас очень изменилась, но она отражает как раз самые важные концептуальные моменты. Но прежде всего надо сказать, что диссертация соответствует приоритетным направлениям развития науки, утвержденных Высшей научно-технической комиссией при правительстве Республики Казахстан, в частности, разделу «Общность истории, культуры, литературы». Буду на бумажный вариант ориентироваться. В частности, разделы «Общность истории, культуры и литературы, языка, традиции и ценностей в условиях модернизации общества». Работа вносит существенный вклад в науку. Здесь я согласна совершенно с Юзатен Курмангалиевной и другими мнениями, которые сегодня были высказаны, потому что работа теоретического характера, как известно, теоретические подходы к исследованию, это такой высший пилотаж в науке, филологии, до такого как бы стратегического взгляда надо созреть. В этом плане работа действительно имеет оригинальную теоретическую концепцию, она доказана, аргументирована. В то же время работа развивает и дополняет ряд исследований в русле, прежде всего,
современной сюжетологии, рецептивной эстетики и методологического подхода к изучению субъективности художественного текста. Уровень самостоятельности в диссертационной работе достаточно высокий. Диссертант отрефлексировал, систематизировал наиболее авторитетные источники, в том числе по смежной тематике, и составил наиболее адекватную своему объекту исследования терминологическую и методическую базу. И в своем роде создал уникальную, хоть и состоящую, конечно, и из каких-то фрагментов других исследований, других методик, методику анализа художественного текста в выбранном тематическом ракурсе. Прикладной текстуальный анализ, сделанный с опорой на авторитетную источниковую базу, тоже, безусловно, самостоятельно. Актуальность данной диссертационной работы обоснована и связана с перефокусировкой современного литературоведения с изучением автора и героя на роль воспринимающего сознания, то есть на роль читателя, прежде всего, на роль воспринимающего субъекта в создании общего с автором художественного мира. Приоритетным направлением развития литературоведения является и уже, уже не раз указанный мультиметодологический подход, аргументированно использованный диссертантом для анализа выбранного литературного материала. Содержание диссертации, безусловно, отражает меня выбросило. Ну, сейчас уже меня слышно, да? Вас плохо что слышно, да? Содержание диссертации отражает тему. Однако формулировка темы, как уже тоже говорилось в вопросах наших коллег, несколько завышена, масштабирована для выводов по анализу творчества всего трех русских писателей, пусть и основополагающих для русской литературы. Вот этот вопрос уже звучал, и, собственно, на него я ответ получила. А цель исследования, состоящая в обосновании типологии сюжета вторжения, столкновения как структурной матрицы русской прозы XIX века и фактора литературного процесса, как и тема, тоже представляется несколько отчасти завышенно масштабированной, поскольку фактологический материал, проза всего трех писателей пока не дает возможности диссертанту спроецировать выводы своего исследования на литературный процесс всего XIX века. Я думаю, что эта проблема будет рассматриваться и дальше диссертантом, и это, собственно, не замечание, это предложение не оставлять работу и подключить такой вот более широкий фактографический фон для реализации концепции, потому что сама концепция, вот лично для меня, она выглядит убедительно, концепция диссертанта. Ну и возникают вопросы к обоснованности использования термина «структурная матрица русской прозы XX века», термин не общепотребителен. Поэтому, конечно, терминологический аппарат в начале работы не помешал бы, потому что много терминов специфических, и, наверное, все-таки надо диссертанту, исследователю всегда обозначать свою позицию в той или иной интерпретации терминов. Задача исследования в целом отвечает диссертационной тематике, однако задача СИН – обосновать роль жанровой трансформации как фактора динамики литературного процесса уже, наверное, осуществлена в истории теории литературы, но, конечно, не на таком материале, поэтому определенная уникальность в данном диссертационном исследовании тоже, безусловно, присутствует. Задача номер 8 – обосновать типологию сюжета вторжения столкновения как структурной матрицы русской классической литературы XIX века,
тоже требует вышеозначенного уточнения, как и цель, и тема исследования. Но я думаю, что это просто как бы дело будущего, и это будет осуществлено. Разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны. Первый теоретический раздел является методологической основой прикладного конкретного анализа литературных произведений в последующих разделах. Кроме того, каждый раздел имеет свою собственную добавочную теоретическую основу, что тоже очень помогает и делает каждый раздел уникальным. Это дополнительно объективирует результаты исследования, полученные диссертантом. Все разделы и положения объединены сквозной концепцией, все структурные части диссертационного исследования нацелены на раскрытие и укрепление сквозной концепции диссертанта. Диссертационное исследование имеет очень серьезную теоретическую базу. Диссертант проштудировал как опорные научные работы по своей тематике, так и новейшие публикации, таких еще мало апробированных в филологии Казахстана областях, как нарратология. По нарратологии очень мало работ в Казахстане пока что. Рецептивная эстетика, культурологическая лингвистика и другие. Из корпуса уже существующих научных решений диссертант критически отобрал, модифицировал, адаптировал для своего концептуального фонда наиболее отвечающие его видение проблемы. Научные результаты и положения данной диссертационной работы являются в основном новыми. Ну, конечно, 100% новые концепции создают, наверное, только такие крупные ученые, как Бахтин и Лотман, поэтому я считаю, что достаточно существенный вклад для диссертации на присвоение степени PhD здесь присутствует. Разработаны принципы исследования типологии сюжета вторжения и столкновения, показана обусловленность жанровой трансформации в прозе Пушкина, Гоголя, Чехова, не забытием как структурной единицы сюжета, и как самостоятельным сюжетом. Выявлены также типологические схождения и различия сюжета вторжения и столкновения в прозе Пушкина, Гоголя, Чехова, их роль в жанровой трансформации. Выводы также соответствуют положениям, выносимым на защиту, являются достаточно нужными. Данное диссертационное исследование не предполагает решение технического, технологического либо управленческого характера. Все основные выводы диссертации достаточно хорошо обоснованы, подкреплены фундаментальной доказательной базой, цитатами из научных и художественных источников, компаративным анализом текста, апелляцией к прецедентному анализу текстов, авторитетными в данной области исследованиями учеными-филологами. Ну и необходимо здесь обосновать по требованиям министерства, необходимо обосновать каждое положение, насколько оно доказано, насколько оно достоверно, каждое положение, которое выносит диссертант на наше с вами обозрение. Первое положение, определяющими для представления о нелинейной динамике литературного процесса, является внутренние связи, прежде всего двоякое событие. Я считаю, что оно доказано. Хотя можно, конечно, отметить, что двоякая событийность – это не единственное определяющее нелинейную тематику литературного процесса, но, тем не менее, доказательство стопроцентное. Утверждение диссертации, данное утверждение является новым, нетривиальным и может быть экстраполировано в филологическую практику. Второе положение, в качестве принципа типологии сюжета вторжения и столкновения, влияющего на жанровую трансформацию, рассмотрена закономерность в русской прозе видов не события и его функции как самостоятельного сюжета, скорее доказано многочисленными примерами из текста и построением их по ситуационной базе.
Однако здесь также присутствует в какой-то степени такое завышенное обобщение, о чем мы уже говорили. Но в целом утверждение диссертации диссертанта является новым, закономерным, существенным, нетривиальным и может быть при определенной коррекции экстраполировано в теологическую практику. Положение анализа сюжета вторжения и столкновения в прозе Пушкина способствует выявлению фактов жанровой информации доказано путем анализа внешней линии повествования, обусловленной трактовкой судьбы с позиции романтических штампов, это я уже цитирую диссертанта, и сюжетами события. Утверждение также является новым и может быть распространено на широкий круг дальнейших исследований. Положение четвертое. Изучение видов вне события и его функции как самостоятельного сюжета в прозе Гоголя позволяет выявить специфику жанровой трансформации и отличие от пушкинской поэтики. Доказано, тоже доказано тщательным текстуальным анализом, схемами и диаграммами, статистическими данными, которых в работе много. Также это новое положение, и оно может стать основой для дальнейших исследований по данной теме. Пятое положение. Исследование роли не события как способа повествования и элективного воздействия на читателя в прозе Чехова стало основой установления жанровой трансформации и отличия от пушкинской и гоголевской поэтики, доказано большим объемом проанализированного фактологического материала и аргументированной аналитикой диссертанта. Положение новое и может быть фиксировано теологическим наукой. Положение шестое. Синтез панической и драматической модальности как незабытие дополняет систему факторов жанровой трансформации также доказано путем обобщения результатов анализа большинства проанализированных художественных текстов и выявление в них универсальной константы. Положение седьмое. Жанровая трансформация – фактор динамики литературного процесса, обусловленный сюжетом вторжения, столкновения и структурой повествования, доказано, хотя необходимо уточнить, что сюжет вторжения и столкновения тоже далеко не единственный фактор, который обуславливает жанровую трансформацию и динамику литературного процесса. Утверждение диссертанта новое, нетривиальное и может быть распространено на широкий круг исследований. Восьмое положение. Исследование сюжета вторжения и столкновения в прозе Пушкина, Гоголя и Чехова позволяет описать структурную матрицу прозы XIX века. Несмотря на то, что в целом концепция автора диссертационного исследования представляется верной, скорее доказана, но доказано пока не полностью, надо подключать более широкий контекст. Я очень часто встречаюсь в среде молодых исследователей вот с подобным таким несколько завышенным масштабированием. Ну, я думаю, что это в дальнейшем будет безусловно доказано, эта концепция на более широком материале, потому что на данном материале основополагающих авторов литературного процесса XIX концепция работает, в общем, достаточно убедительно. Выбор методологии. Методология в целом обоснована и достаточно подробно описана. Она очень интересна. Автор диссертации простудировал огромное количество различных методологических теорий, концепций, гипотез, выбрал для себя какие-то я бы все-таки указала на методологический подход и в введении, потому что на него диссертант опирается очень серьезно. Почему-то он в введении не был указан. И тоже у меня возник вопрос, почему нет работы казахстанского ученого Галины Павловны Мучник, занимающейся рецептивной эстетикой. Здесь уже ответ прозвучал.
Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки интерпретации данных. В частности, очень много статистических данных. Это тоже современный тренд нашей науки, вот такой в какой-то степени социологический подход. В диссертации большое количество графиков, диаграмм, схем, которые статистические выкладки диссертанта иллюстрируют и подтверждают его выводы и положения. И важные произведения диссертанта подтверждены ссылками на актуальную достоверную научную литературу. Список использованных источников подтверждает свободное владение исследователем необходимой научной информацией в разрезе своей тематики. Я тоже указываю, что некоторых работ нет, работа Галины Михайловны Мучной, и вот у меня вышла тоже работа по манипуляции коммуникативной стратегии, присущей, скажем, Абраму Терцу и вообще постмодернистским писателям. К сожалению, работа, в общем, не указывается, но она такая не очень распространенная, вышла в Петербурге, поэтому я, наверное, подарю когда-нибудь вам, Жанна Подербеков, на эту работу, чтобы вы на нее тоже опирались. Использованные источники литературы достаточны для литературного обзора, что подтверждается системным библиографическим анализом в первом разделе диссертации. Диссертация, безусловно, имеет важное теоретическое значение. Это глубокий и интересный научный труд. И я, конечно, буду Жанна Подербековна за вашими работами следить дальше. Буду интересно читать ваши публикации. Диссертация имеет и практическое значение. Существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике в качестве модели для анализа произведений других факторов. Методика анализа, разработанная диссертантом на основе уже существующих практик литературоведения, тоже имеет такой весомый новизну. Качество академического письма в целом высокое. Диссертационные исследования Аскеновой Жанаргуль Кадырбековны на тему типологии сюжета вторжения, столкновений и жанровая динамика литературного процесса XIX века в полной мере соответствует правилам присуждения степени, и сам соискатель достоин присуждения степени доктора философии по специальности литературоведения. Спасибо за внимание. Спасибо, Людмила Васильевна. Алатауские горы или степь мешала, плохо слышно было. Но, тем не менее, мы слышали, да. Спасибо. Слово для ответа на замечание рецензента, диссертанту, да. Жанаргуль Кадырбековна. Спасибо. Дихан Ханзабекулла, глубоко уважаемые члены диссертационного совета, уважаемая Людмила Васильевна, позвольте выразить благодарность за обстоятельное прочтение работы и высокую оценку диссертации, что особенно ценно от специалиста по теории литературы, современному литературному процессу, автора известных в стране и за рубежом исследований, особенно по постмодернизму. Что касается замечаний, позвольте уточнить отмеченное уважаемым рецензентом замечание об эклектичности методики анализа, методики дискурсного, структурно-семиотического, сюжетологического, нарратологического анализа, обусловленной методологией, которая построена на нескольких подходах. Методики обусловили формулировку названий подразделов, например, не события, а коммуникативная стратегия автора, литературное чтение, эпиграф. Здесь сюжетологический подход апеллирует к несобытийному посилантиву сюжету. У представления о прозе Пушкина, Гоголя, Чехова как эксплицитном диалоге привлекало внимание категории несобытия и сюжета вторжения столкновения как нового понимания двоякой событийности. Терминологический аппарат истории литературы, теории литературного процесса, переводоведения также был использован, что осложняло нам методологию работы.
Далее, по замечанию о масштабности темы, можно сказать, что мы обращали внимание на два ключевых понятия – это типология и жанровая динамика литературного процесса. Разработка таких принципов типологии, как своеобразие литературного процесса, основана на одном из аспектов – это жанровой трансформации. То есть это сравнительно новое понятие, и оно способствовало выявлению общности и различий пушкинского, гоголевского, чеховского методов. Второй момент, почему Пушкин, Гоголь и Чехов, здесь мы выбирали объекты исследования, обусловленные идеями нелинейной динамикой литературного процесса. Как уже сказала Курла Биталиевна, что об этом писал болгарский ученый Христо Манолакев, говорил о поэмах «Мертвые души» Гоголя, в других классиках Достоевском, о Грибоедове, что здесь идет однообразие использования жанровой типологии. То есть исследователь объединил в эксплицитный диалог эти произведения на основе идеи русской литературной матрицы. Что касается термина структурной матрицы или алгоритма сюжета, основанного на двоякой событийности, да, этот термин мы используем, но не впервые его вводим. Говорим о структурной матрице прозы Пушкина, Гоголя, Чехова с точки зрения двоякой событийности, о которой писал Валерий Тюпа, и говорил, что этих писателей объединяет жанровая трансформация. Конечно же, мы обращались к трудам Силантьева, о чем ранее тоже говорилось, что термин «не событие» – это единица сюжета и самостоятельного сюжета. Что мы пытались и доказать? Впервые это понятие вводил Жалковский, Александр Жалковский. И вот мы далее говорим с позиций разных подходов. Что касается замечаний о целях исследования, также вы говорите о завышенной масштабности и теме исследования, но мы говорим, что это впервые разрабатывается на основе нелинейной трактовки сюжетов «Вторжение, столкновение», и проза этих писателей, как мы уже говорили, большим количеством представлена, поэтому мы преследовали такую масштабную цель, располагали опытом сопоставления трех писателей. Писатели основывались на влиянии общности, различиях методов трех писателей. То есть было очень много поставлено задач и получено, соответственно, результатов. То есть сложность отражения была на протяжении всего, замечена на протяжении всего процесса, и мы убеждались, что в одной теме много направлений. Да. Далее по замечаниям рецензента хотелось бы сказать, что многие вопросы мы уже проговаривали, и ответы на них были получены в ходе нашего заседания. Что касается жанровой трансформации, конечно же, это тоже понятие сравнительно новое, и мы использовали труды Института мировой литературы, труды Тамарченко, труды Лотмана, Строганова, Михаила Строг-Бахтина, Степанова, Андрея Степанова, и говорим о том, что это объект изучения с позиции нелинейной концепции сюжета. Также мы говорим о формулировках типологии сюжета «Вторжение, столкновение». Здесь мы отражаем задачи и связь между типологией сюжета «Вторжение» и воспроизведением русской литературной матрицы.
Спасибо большое, уважаемая Людмила Васильевна, за столь внимательное и тщательное прочтение, за пожелания, за те замечания, которые вы нам сформулировали и прислали в качестве отзыва. Мы, конечно же, многие труды нам знакомы. Я являюсь выпускницей КЗМПУ, я помню ваши выступления на конференциях, и некоторые труды по докторским диссертациям PhD я тоже знакомилась, особенно вот по ТЭРЦу 2015 года труд. Конечно же, в перспективе мы будем учитывать эти все замечания и пожелания. Спасибо. Спасибо большое. Да, уважаемые коллеги, диссертационный совет поступили отзывы неофициальных рецензентов. Для оглашения этих отзывов слово ученому секретарю. Значит, разрешите огласить кратко содержание отзывов неофициальных рецензентов. Поступил отзыв от доцента кафедры русской литературы факультета славянской филологии Софийского университета Петковой Галины. Петковой, наверное, да, Галины? Так, отзыв положительный, замечаний, предложений здесь, рекомендаций здесь нет. Значит, рекомендуется к присуждению степени доктора философии. Следующий отзыв поступил от доктора филологических наук, профессор кафедры греческой и славянской филологии Гранадского университета Испании Соколовой. Отзыв также положительный. Здесь обосновывается актуальность, научная новизна, различные нестандартные подходы к решению теоретических проблем. Замечаний, рекомендаций, предложений нет. Значит, автор рекомендует к присуждению степени доктора философии. Следующий отзыв от доцента кафедры русской филологии Греческого университета Венгрии Тюнде Сабо. Отзыв также положительный. Здесь замечаний, рекомендаций нет. И следующий, последний отзыв. Разрешите, давайте я на экран, наверное, продемонстрирую, чтобы я очень много не читала его здесь. Так. Ой, я, оказывается, не могу продемонстрировать. Ладно, давайте кратко зачитаю. От доктора филологического профессора Санкт-Петербургского университета Татьяны Владимировны Мальцевой. Здесь отзыв положительный в целом, но имеются вот такие вопросы и рекомендации. Первый вопрос касается обоснования выбора материала. Думается, что оно должно быть более широким, чем представленное в диссертации. Материал для наблюдения над подвижностью жанра, ведущей к жанровой трансформации и обусловленной гибкостью структурных элементов сюжета, когда не события проявляют себя либо в виде отражения столкновения, либо самостоятельного сюжета, содержит проза Пушкина, Гоголя, Чехова. Проза только этих авторов, ученые, на работы которых опирается диссертант, исследуют в рамках применяемой методологии текста и других авторов, Достоевского, Лермонтова, Толстого. Кроме того, одна из задач исследования экстраполирует выводы диссертации на всю русскую классическую литературу XIX века. Выявить роль типологии сюжета вторжения столкновений как структурной матрицы русской классической литературы XIX века на странице 6 диссертации. Творчество Пушкина, Гоголя, Чехова не является классической литературой в прямом смысле. Оно знаменует как раз смену художественных парадигм, что обуславливает особенности их прозы, отмеченные и самим соискателем. Например, пародийность как инструмент полемики с предшествующим литературным этапом. Соискатель обосновывает отбор материала еще одним аргументом. Творчество Пушкина, Гоголя, Чехова рассматривается как эксплицитный диалог, основанный на связи внутренних факторов. Но разве эксплицитный диалог связывает между собой только этих авторов? В литературоведении многократно отмечены творческие диалоги Пушкина и Тургенева, Пушкина и Гончарова, Пушкина и Достоевского и так далее, причем разные модальности. В итоге, репрезентативна ли представляемая методика для анализа прозы других авторов XIX века?
Можно ли дополнить типологию сюжета вторжения столкновения как структурную матрицу русской классической литературы XIX века примерами других произведений классической литературы XIX века? Второй вопрос касается анализа жанровых трансформаций. Соискатель определяет наличие этих трансформаций, сравнивая литературные дни и литературные любви, что представлено, например, в таблице 2. Пушкина, которые, как известно, являются литературными повестями. Это вопрос касается описания, жанровых трансформаций и других разделов диссертации. Третий вопрос касается наглядного материала диссертации. Информативности диаграмм, таблицы, гистограмм. Тут очень много приводится страниц, на которых они изображены. Рисунки не сопровождаются методикой расчетов и описанием показателей, поэтому непонятно, исходя из чего устанавливается соотношение процентов, показатель на осях координат, графики, диаграммы. Следовательно, возникает вопрос о необходимости целесообразности включения в тему диссертации. Подобные вопросы вызваны увлекательностью научного сюжета, развернутого Аскеновой, и не умаляют значение результатов его исследования. Ну, вот такие замечания поступили. Спасибо. Рахмет, я ответ на замечания рецензентов. Докторанту слово. Жанаргуль, жауап беріңіз. Да, уважаемая Татьяна Владимировна, читаем ваш отзыв, аргументированный, фундаментальный отзыв. Безмерно благодарны за прочтение нашей работы, за скрупулезность анализа. Особая благодарность за вопросы, которые уже прозвучали в ходе защиты. Что касается первого вопроса, мы писали статью и в перспективе обозначили нелинейную трактовку и писали в соавторстве с кандидатами, с учеными казахстанскими. Хотели бы, конечно, расширить результаты и логически выстроить какую-то новую парадигму, но это в перспективе. Далее, что касается материала исследования, поскольку здесь у нас объем работы ограничен, да, что это академическая степень PhD, мы, конечно же, не смогли охватить столько авторов, да, то вот большое количество авторов, мы остановились только на трех, но у нас был достаточно большой подбор произведений, как я уже говорила, и в научном смысле, конечно же, эти вопросы уже звучали, почему именно Пушкин, почему именно Гоголь, Чехов, мы ранее давали на них ответы, что здесь внутренние связи, здесь литературный процесс, с точки зрения не события, с точки зрения сюжета вторжения и столкновения, эти три писателя более-менее подошли для нашего исследования, которое мы построили систематизированно и в новом формате, да, с точки зрения новых подходов в литературоведении. Вопрос о жанровой трансформации в теории литературного процесса – это понятие, не устоявшееся еще, и, как мы уже говорили, рассматривается в качестве источника жанровой трансформации основной предмет исследования. То есть это не линейная трактовка, не события, события, сюжета вторжения, столкновения, и мы пытаемся выявить динамику литературного процесса в русле теории русской литературы, в русле теории эволюции. В этом плане случай, анекдот, как мы рассматривали у Пушкина, помогает нам выявить каждый новый результат пародии. То есть у нас в работе повесть «Новые пути» повестей Белкина, да, и мы проявляем как жанровую трансформацию, проявляем в качестве нового типа мышления. Что касается диаграмм, гистограмм, то есть инфографики, мы уже сопровождали, мы их сопровождали коротенькими, да, комментариями, имели в виду, что
Иллюстрации результатов уже описаны были в работе, и методика осуществлялась математиками в основном, да, мы составляли на таблицы, на основе этих таблиц был перечень результатов. Да. Ну, особо хотела выразить особую признательность за оценку, за теоретическую, за практическую значимость, за то, что обратили внимание на переводы, что является таким перспективным в исследовании, в дальнейшем исследовании нашем. Спасибо. Да, уважаемые коллеги, уважаемые члены диссертационного совета, начнем обсуждение диссертации. Диссертацияны талқылауды бастаймыз. Жаңа айтылмаған пікірлеріміз болса, соны айтуға болады. Галина Ивановна, вы начнете, да? Прошу вас. Обсуждение диссертации. Спасибо большое. Ну, я уже немного высказывалась. В качестве резюме хочу сказать, что, конечно же, эта диссертация, выполненная Жанаргуль Аскеновой, очень такая современная, перспективная, интересная, сложная, терминологически насыщенная. Она будет мысль, да, творческую, и думаю, что она будет, конечно же, продолжена, потому что полученные рекомендации и замечания рекомендательного характера побуждают дальше в перспективе рассматривать русскую литературу, классическую русскую литературу и выявить остальные составляющие матрицы, да, не только в творчестве Пушкина, Гоголя и Чехова, но и в творчестве других представителей виднейших русской классики XIX века. Вероятно, вот эта модель, да, как уже объяснили нам понимание структурной матрицы, модель имманентная, она будет экстраполирована и на творчество других выдающихся классиков русской литературы XIX века. В целом, я считаю, что работа удалась, она очень хорошо структурирована логически, она диссертант владеет современным понятийным аппаратом гуманитарных исследований, в таком очень высоком качестве. И я полагаю, что я поддерживаю мнение рецензентов о том, что эта работа может быть рекомендована к как правильно сказать, работу эту поддерживаю. Спасибо. Как неофициальное слово, да. Спасибо большое. Лариса Михайловна, вам слово, Харитоновна. Спасибо. Я тоже в целом поддерживаю рецензентов. Замечаний было очень интересно выслушать, особенно замечания, поскольку они и мне тоже были близки, и получить ответы. Спасибо и диссертанту, и рецензентам. Я тоже считаю, что работа может быть продолжена и дальше. Допустим, в некоторых случаях мне не хватило непосредственно анализа текста. Но я это связала с тем, что тексты, как правило, были взяты уже хорошо известные, всеми, ну, многими изученными, уж по крайней мере точно прочитанными. Поэтому диссертантка сосредоточилась непосредственно, наверное, не на анализе текста, а на подходе, сюжетологическом подходе, дискурсивном подходе, который дает возможность нового прочтения текста. Подход, безусловно, интересный. Очень заинтересовала меня работа и захотелось даже освоить подобную методику, применять ее, поскольку мне показалось, она имеет довольно универсальное значение, поэтому то, что сегодня было озвучено, а именно расширение материала, возможно, применение данной методики на более широком пространстве литературном. Я вот даже задумалась, насколько это можно применить в литературе последующей, 20 века. Вот, и работает ли это дальше. То есть действительно это дает очень много мыслей, поэтому я очень благодарна, что меня пригласили в этот совет, познакомились с работой. Вот. Ну и надеюсь, что те замечания, которые были
озвучены здесь, диссертантка в будущем учтет. Но я вот скажу, хотя она уже говорила, что вот по поводу цифр, вот мне не совсем было ясно, откуда они берутся в этих схемах. Вот, и, например, когда осуществлялся анализ гоголевской повести на странице 56, вот не выписала, какое именно, сопряжение архетипического, фонологического и ритуального тоже для меня не очень понятно. Мне кажется, что немного разные критерии сопоставления вот этих уровней текста, фонологический и архетипический. Но, может быть, я ошибаюсь, но выскажу, коли записала себе. А так, в целом, спасибо. Я работаю удовлетворена. Лариса Михайловна, спасибо вам. Следующее слово Людмиле Ирбулатовне. Спасибо, коллеги. Спасибо, уважаемые председатели, за предоставленное слово. Говорили о том, что, вернее, осветили очень много сторон работы соискателя. Жанна-Ольга Добьевна, спасибо вам огромное, что предоставили возможность ознакомиться с вашей работой. Работа действительно нова. Вот, и в результате ознакомления с вашей диссертацией у меня в ходе работы над ней, я могу тоже так сказать, потому что я действительно поработала с ней, мне очень было интересно, в аспекте связи с теорией Куссе нам посчастливилось, что как раз попала ваша работа в мои руки, и профессор Куссе оказался совсем рядом здесь. И, так сказать, я могла некоторые моменты обсудить с ним. И большое спасибо вам за это, за такой предоставленный случай. И действительно, в этом отношении работа нова. Она имеет право, так сказать, называться, похвастаться, да, так выражусь, новым подходом в теории литературы. Действительно, часть вопросов, которые сегодня прозвучали, у меня возникло практически 7 вопросов, когда я работала. Но я не стала задавать. Почему? Потому что часть вопросов моих коллег, они строились на том, чего не хватало в работе. Вот. Поэтому, уважаемые соискатели, после работы нашего совета, я, конечно, если вы позволите, лично к вам обращусь и получу ответы, потому что они, опять же, мои вопросы были составлены на том, чего не хватало в работе. Сейчас же обсуждение в прениях наших я хочу акцентировать больше на том, что было. Вот. Хоть вы и не назвали в данном аспекте, мне понравилось рассмотрение проблемы, скажем так, веритативного бытования. Да, вы не назвали, что, не назвали этот термин, но вы об этом говорили. Мне это было очень близко, потому что эта проблема мне знакома. И как раз мы обсуждали с профессором Куссе, насколько эта проблема бытует в русской литературе, насколько она многозначно может подаваться в теории литературы вообще многозначно. И в этом отношении, и не только в этом отношении, ваша работа нова. Поэтому не буду задерживать время моих уважаемых коллег. Я благодарю уважаемых председателей, членов совета, что позволили стать частью вашего обсуждения и прикоснуться к, как сказать, к, наверное, к самому интересному, что есть в нашей с вами жизни, к открытию нового. Спасибо вам большое. И действительно, уважаемый председатель, считаю, что соискатель достойна, кстати, искомой степени. Поэтому, конечно же, работа удовлетворена. Огромное спасибо. Ахмед, спасибо, Людмила Ирбулатовна. Хотим знать позицию Москвы. Ирина Александровна, вам слово. Уважаемые коллеги, я тоже хотела бы сказать несколько слов о представленной Аскеновой Жанаргуль Кадырбековной диссертации. Она заслуживает особого внимания. И уже само стремление исследовательницы обосновать типологию сюжета, вторжение, столкновение, как структурную матрицу русской прозы XIX века и фактор динамики литературного процесса, является очень смелой заявкой, которая говорит о научной дерзости диссертантки и ее уверенном владении литературоведческой методологией. Выбранный ею исследовательский вектор основывается на понимании стратегии повествования как художественной интенции автора, конструирующей мир текста таким образом, что порождение смысла в нем осуществляется через нарацию.
И хотя вопросы о поэтике повествования уже не раз поднимались в мировой науке, однако исследовательце удалось весьма убедительно дополнить уже обозначенные в литературоведении повествовательные механизмы, выявленные специфическими приемами Пушкина, Гоголя, Чехова. Когда я читала работу, то у меня тоже возник вопрос, который уже был задан. Почему Пушкин, Гоголь, Чехов? И почему именно эти произведения? Но ответ я для себя нашла, на самом деле нашла даже уже сегодня в ходе вот нашей дискуссии, потому что это наиболее репрезентативные тексты малой русской прозы XIX века, для которых характерна выявленная диссертанткой структурная матрица. То есть она, то есть эта схема работает однозначно именно в жанре повести или рассказа, в которых есть аспект новеллы и притчевый элемент. И вот думаю, что отбор материала говорит о характерном для диссертантки чувстве текста, что очень важно для литературоведа, и о ее строгой внутренней логике, стремлению к системности. Указанное Жанаргуль Конарбековной наблюдение позволяет взглянуть нам под новым углом на литературное мастерство русских классиков, обратить внимание на такие структурные единицы сюжета, как литературное чтение, пародия, точка зрения, апокриф, притча. И вот и постановка проблемы, и свежие суждения делают исследование Жанаргуль Кадырбековны оригинальным и значимым, что, считая, что перед нами исследователь состоявшийся, а диссертация отвечает всем требованиям, которые предъявляются к подобного рода работам, именно работам по литературоведению. Лингвистическая наука и переводоведение здесь, конечно, выступают именно как вспомогательные научные области. Заимствование их методологии продуктивно, но вторично по отношению к литературоведческим методам, которыми диссертантка прекрасно владеет. И она может развиваться дальше. Высказанное замечание – это вектор на перспективу, на, может быть, докторскую диссертацию по специальности. Диссертация же название доктора философии, Жанаргуль Кадырбековна, вот эта вот диссертация же название доктора философии, представленная диссертация, соответствует, как я считаю, полностью. Спасибо вам за работу. Спасибо, Ирина Александровна. Светлана Викторовна, не хотите выступить? Обсуждение. Спасибо большое. Очень многие термины Жанаргуль возрождает заново. Мы привыкли к термину подтекст, а она раскрывает историю его введения в научный оборот. Я рада, что в одном из отзывов российских исследователей прозвучало имя Достоевского, потому что в юбилейный год Достоевского мы все больше и больше обращаемся к переводам. И те пожелания совершенно не обязательно учитывать все замечания. Конечно. Как говорил мой научный руководитель, вы как автор, уже состоявшийся доктор PhD, будете учитывать то, что соответствует вашим взглядам на изученную проблему. Сейчас по данной проблематике специалистом будете вы и уже являетесь вы. То есть все остальное – это советы на улучшение, на перспективу. А перспективы, правда, очень хорошие, потому что замечательная теоретическая база, литературоведческий стиль доказательный, ясный, четкий, он не перегружен литературоведческими терминами, и это большой плюс в работе. Доказательная база аргументирована. Мы можем желать и спрашивать, почему Пушкин, почему Гоголь, почему Чехов, но это ваш с научными консультантами выбор, и он заслуживает внимания и уважения. Я бы посоветовала, очень хорошо написано о новизне поэтики русских классиков, и важны ваши рекомендации по подготовке критически выведенных изданий классиков, ведь и у нас следующий год юбилейный для творчества жизни Мухтара Марханыча Ауэзова, и то, что вы выработаете, это будет применимо не только к русской, но и к казахской классике, казахскому классическому тексту. Я бы очень вот
порекомендовала один из разделов, и смотрите, я даже поставила рядышком восклицательный знак, когда читала диссертацию, «Гоголевская рецепция в прозе Терца». Вот это может быть отдельное небольшое исследование, учебное пособие, что хотите, но это очень интересно, так же, как и пушкинский текст у Терца и у самого Александра Сергеевича Пушкина, так и гоголевский. Это задача на перспективу, которую вы уже сформулировали. Изучение типологии Терца с поэтикой Гоголя и гоголевской рецепции в сюжете и жанровой трансформации создает предпосылки для изучения национального своеобразия, постмодернизма и авторской концептосферы. Отсюда вы можете выйти и на современную русскую, и на современную литературу этносов Казахстана, что тоже очень важно. Я всегда это люблю подчеркивать, потому что мы с Майнурой являемся и членами научно-экспертных советов, и, то есть, то, что вы делаете, это очень важно для воспитания казахстанского патриотизма, толерантности, потому что никто никогда не отменял воспитательные функции литературы, будь то классическая, будь то современная. Желаем вам всяческих успехов. Вы действительно продемонстрировали очень хорошее владение материалом. Удачи в дальнейших исследованиях. Рахмет, Светлана Викторовна. Шолпан Кузарына бір ауыз пікір айтасыз ба? Да-да. Ну, и прежде всего, конечно, я хочу, я отметила это, когда я задавала вопрос, хочу отметить, что Жанаргуль, диссертант, постаралась рассмотреть эту проблему многоаспектно, комплексно, со всех сторон. И поэтому здесь и лингвистическая составляющая очень хорошая, и литературоведческая составляющая. Такой, не все, конечно, методы, о которых она говорила, они нашли реализацию в последующей своей работе, но идеи, которые в данном случае были высказаны еще в теоретической части, на мой взгляд, требуют отдельного исследования. Поэтому еще такой момент, на который я хотела бы указать, это то, что работа такого, несмотря на то, что была конкретная тематика указана, мне показалось, что задачи поставлены масштабно. Поэтому очень много было вопросов по переводу. Очевидно, все-таки переводческий аспект требует самостоятельного, отдельного исследовательского, такой исследовательской работы. На это в следующем, я уверена, диссертант еще обратит внимание и будет этим заниматься. Но то, что это заявлено как идея, как мысль, которую надо реализовывать, это тоже большой плюс для работы. Мне импонирует стиль написания этой диссертации. Он такой строго логичный. Он написан научным языком. И сегодня было много вопросов и много идей, много рекомендаций. Я думаю, что все они очень полезны. И, как сказала Светлана Викторовна, я уверена в том, что Жанаргуль вместе со своим научным руководителем Куралай Бибиталиевной, они выберут то, что необходимо им в рамках вот своего исследовательского проекта. Поэтому я считаю, что работа самостоятельная, она завершенная, законченная, она... В ней обозначены все аспекты, и диссертант заслуживает искомой степени доктора философии PhD. Шолпан Кузарыңызга рахмет сізге. Хадиша Рустембековна, сізге сөз. Ну, я хочу вначале всех поздравить с наступающим Новым годом, а сегодня же Рождество. Вот, наших коллег из Москвы, из России. Я очень рада видеть второго научного консультанта. Вот, поздравить. И хочу несколько слов сказать о работе. Работа выполнена на нашей кафедре, это не первая работа. Вот, выполнена, обсуждалась она хорошо. В общем, хорошая работа, очень терминологически насыщенная. И я думаю, что недаром были вопросы о том, что нужен терминологический словарь в начале указа, потому что вот вопросы, структурная матрица, их понятие и так далее. Но мне вместе с... Я поздравляю Жанаргуль, потому что она сейчас в преддверии хороших событий. Вот, я хочу ей пожелать, чтобы там все хорошо у нее сбылось. И Новый год она встретила уже в расширенном составе своей семьи. Но я хочу сказать следующее. Что такие работы вот, по русской литературе, сложно писать союзным, будем так говорить, национальным литературам отечественной, потому что нужно знать и работы казахских
ученых, отечественную науку, отечественную литературоведение. Все, что здесь заявлено, оно есть и в работах наших казахстанских ученых. Я бы, например, и вопрос очень по переводу, я вот иногда думаю, и на кафедре заседаний мы говорили, что если вы охватываете перевод, то обязательно в теоретической части должны быть указаны все казахстанские работы. По Пушкину, вот я вам говорю, в 1937 году 10 февраля была статья Джансугурова в газете «Казах Адебиет», на юбилей она давала, что дал перевод Пушкина на казахский язык, это там есть Белкинын ангимелері, то есть повести Белкина, там он дает анализ. Вот. Поэтому говорит о том, что нет перевода, не надо. Теперь, мне кажется, что вот работа Елеукенова, Исмагулова, будем говорить, Мучник, Ольги Ост, это наша Ольга Ост, она в свое время проходила докторантуру, стажировку в Академии наук. Очень много работ по Пушкину. Затем здесь не указаны работы докторской диссертации Абдрахманова Саутбека. У него две хорошие монографии, где освещены все казахстанские наши работы. Очень хорошая работа. Он сейчас является сенатором нашего правительства. Вот мне бы хотелось, и я всегда делаю замечания на заседании кафедры, что любая проблема, любая тематика, которая затрагивается в кандидатских диссертациях, я хочу сказать, если руководители присутствуют, должна присутствовать казахстанская наука. Это раз. Если мы говорим о там... Шолпан Кудайбергенова сказала, там и она междисциплинарная работа, то, допустим, Шолпан Кудайбергенова, Светлана Викторовна, есть работы, которых надо указывать. И еще, мне бы хотелось пожелать докторантам, которые сейчас здесь присутствуют, я их вижу, они слушают, смотрят защиту, что цитировать надо всех. И уделять цитатам очень много научным руководителям, это тоже неэтично. Но я еще раз хочу поздравить всех нас с хорошей работой. Жанаргуль, хороший подарок на Новый год вашей семье. Вот. Всем пожелать счастья, здоровья. Ну и до новых встреч. Спасибо. Рахмет. Енді тағы да сөйлейтін азаматтар бар ма? Қайырбек, сөйлейсің бе? Онда құрметті. Қайырбек Ризабекұлы. Я мен бір ауыз пікір айт. Я уже высказывался по поводу диссертации. Действительно, данная работа, если бы была бы выполнена в России, не было бы вопросов. Но специфика, особенность работы, она написана в Евразийском национальном университете в Казахстане. Поэтому здесь я поддерживаю слова коллег, Хатишир Рустембековны, должны были присутствовать наши отечественные ученые. Конкретно вот по переводам Пушкина, Гоголя, Чехова, начиная с Аймаутова, Байтурсынова, мне кажется, было бы очень интересно. А так, работа очень большая, проделана огромная работа. Поздравляю диссертанта. Всех поздравляю с началом Нового года. Удачи. Жақсы. Все. Онда мына пікірлерді айтқан Жанаргүл жауап беріңіз. Кейбір пікірлер болды, замечания болды. Спасибо большое, Дихан Хамзабекұлы. Уважаемые члены диссертационного совета, Галина Ивановна, Лариса Михайловна, Людмила Ирбулатовна, Ирина Александровна, Светлана Викторовна, Шолпан Кудайбергенова, Халишар Рустембековна, Хайрбек Ризабекулы. Спасибо большое за пожелания, за ценные замечания, за высокую оценку, за ваши рекомендации, которые не останутся без внимания. Благодарю за такое трепетное отношение, за прочтение нашей исследовательской работы. Будет в перспективе, я думаю, что мы будем учитывать ваши пожелания, особенно
литературу, да, казахстанскую науку. И поэтому мы все это учтем. Спасибо. Жақсы, онда теперь переходим процедуру тайное голосование. Майнура, түсіндіріп беріңіз, қалай жасайтыңыз. Уважаемые члены диссертационного совета, переходим к процедуре тайного голосования. Сейчас я на экране отображу варианты голосования. Только один ответ выбирается по программе данной. Да? Значит, в тайном голосовании принимают участие постоянный член совета, временный член совета и официальный рецензент. Поэтому я прошу добровольно выйти из системы гостей наших. Так, если вы не хотите добровольно выходить, я буду вас в сессионный зал отправлять. Посидите там, потом мы вас оттуда вернем. И научные консультанты тоже могут либо в сессионный зал пойти. Ирина Васильевна, да? Давайте в сессионный зал. По-моему, Украла Бенкеловна уже успела выйти. А потом через 5 минут подключитесь. Майнура Абельтаевна, извините, я прослушала, рецензенты тоже голосуют или это я ослушалась? Да-да-да, официальные рецензенты голосуют. Сейчас по требованиям Агановым. Так. Значит, у нас всего 12 человек, у нас голосов должно быть. 5 временных, 5 постоянных членов совета и 2 официальных рецензента. 12 человек сегодня участвуют в голосовании. Так, вот наши гости выходят потихоньку. Так, Ирина Викторовна, я вас в сессионах взял. Да, хорошо. Так, Айгуль Маратовна. Добровольно выходите, да, на игнора? Шахтумагая? Так, Асилия Баганова, Айгуль Маратовна, я вас в сессионный зал. Так, Петкан Владимир. Так, значит, вот вижу Светлана Викторовна, председатель. Так, здесь это у нас Ирина Петелева. Хорошо. Все? Сколько человек? 14 человек? Да, вот Асилия Баганова, еще Яну, там написано кто-то под ником Яну находится. Надо их тоже все назвать. А, ник Яну, это наш технический сотрудник. А, понятно. Асилия Баганова еще на экране. Так, так, Асилия Баганова, я вас отправила, почему вы не находите? Да, по-моему... Сейчас. Лазамат, кай жақтан кебеді? Айтсаңыздаршы, таныстарды. Так, Асель, я что-то и удалил. Асель с кафедры русской филологии. Хальша Русюмековна, звондаңызшы. Я позвонила, сейчас они отключатся. Угу. Все, ее она отключилась. Все, все уже. Угу. А, ну все, все. Так, ну все, я запускаю голосование. Ну, все. Майнура, если будет вопрос, мы тебе будем это звонить, спрашивать. Ой, а что это они заново заходят? А. Вы сказали пять минут уже прошло. Нет, сессионного зала. Угу. Меня автоматически вернули, я ничего не нажимала. Прошу прощения. Да вы что? Сейчас меня выведете. Да, да. Надо выйти, да? Я просто связь не очень хорошая у меня, поэтому я боюсь сама уходить. Вы меня выведете на 5 минут, я не возражаю, как вы понимаете. Ну, я вас отправила в зал. Қонақтарымыз отыра берсін.
Ну хорошо. Все, все как раз. Отлично. Значит, четыре у нас варианта голосования. Первый – присудить степень. Второй – направить диссертацию на доработку. Тогда сегодня степень не присуждается. Третий – направить диссертацию на повторную защиту. И четвертый – отказать в присуждении степени. Я коллеги, у нас пропала Ирина Васильевна Маклецова. Она же рецензент должна была остаться. Нет, нет, Маклецова – это научный консультант. Она научный консультант. Все, пожалуйста, голосуйте. Вам видно, да? Да. Да, все хорошо видно. После голосования на что, принять? Да, принять. Да, да. Так, еще 2-3 человека не проголосовали. Два человека не проголосовали еще. Угу. Кто еще не проголосовал? Нажмите кнопку «Принять». Все. Так, у нас 12 человек. Давайте я отображу на экране. А, у нас научный консультант не зашла еще, да? Угу. Хорошо, мы научному консультанту скрин направим. А, еще же нет самого докторанта. Да, может, они успеют зайти? Пусть стоит пока на экране. Угу. Решение совета. Я написала сейчас. Докторант зашли, да? Давайте мы не будем задерживать. Так, Майнура, сезон хабарлай, сахабарлангзе. Итак, решение диссертационного совета по результатам тайного голосования по диссертации Аскеновой Жанны Аргуль Кадырбековны по специальности 6D02-14.00 литературоведение. В тайном голосовании вместе с официальными рецензентами принимали 12 человек. Присудить степень доктора философии PhD принято единогласно, 12 человек проголосовали. Да. Ага, рахмет. Это келесі кезекте нені, ну, жектемелік белгілерін жүреміз ғой, а? Соны. Так. Все, я закрываю экран. Так, проект заключения диссовета. Давайте быстренько, да, обсудим. Зачитывать будем, да, или возьмем за основу? Блад, бержишь бутык? Давайте. Видно везде все. Значит, первая актуальность темы исследования. Так, лучше посмотреть их обоснованно. Фотографировать. Так, вот 9 Итак. Результатов. Практическое применение научных результатов. Теоретическая значимость. Но жаңа біздің диссертациялық кеңестің мүшелері айтқандар бар ғой, Қазақстанның мазмұнына байланысты. Соны кіргізейік, бар ма екен ол? Қараңыздар. Ол проблема болып, және өзіне де дұрыс болады ғой. В части актуальности, да? Да, да, да. Так,
задачи теоретической значимости, соответствия публикации требованиям и заключение диссертационного совета о присуждении степени. Так. Не, основа сналайк, мемче. Ага. Хорошо, теперь давайте зачитаю классификационные признаки диссертации. Здесь вот мы, чтобы вам облегчить работу, отметили, но идеально решим. Первое, 8.1, характер результатов диссертации. Выбрали пункт 8.1.1, теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное достижение в области соответствующего научного направления. Хорошо, вот, поддержим, да. Из трех вариантов он наиболее подходит. 8.2, уровень новизны результат диссертации. Результаты являются новыми. Так? Да. Третье, ценность результата диссертации высокая. Поддерживаем. Ага. 8.4, связь темы диссертации с плановыми исследованиями. Ну, работа выполнена в рамках научного направления кафедры. Поэтому данный пункт, тема входит в программу план высшего учебного заведения. И 8.5, уровень внедрения результатов диссертации требует расширенного использования. Или здесь в масштабах отрасли я... Как вы думаете? В масштабах отрасли лучше будет. Да? Все согласны? Вот таков... Поддерживаем. Да. Спасибо. Алында, құрметті әріптестер, уважаемые коллеги, бүгін біздің диссертациялық кеңесте философия докторы дәрежесін алу үшін Әскенова Жанаргүл Қадырбекқызы күшену, қақтығыс сюжетінің типологиясы және 19-шы ғасырдағы әдебиет өрістерінің жанрлық динамикасы, типология сюжетов вторжения, столкновения и жанровая динамика литературного процесса 19 века деген тақырыпта диссертация ашық жағдайда қорғады, барлық сұрақтарға жауап берді, сын ескертпелерге де жауап берді, сөйтіп өзінің дәрежесін, деңгейін көрсетті. Диссертантқа табыс тілейміз, ары қарай рәсімделіп, өзінің бағасын алады деп ойлаймыз. Онда барлықтарыңызға рахмет айтамыз, диссертациялық кеңестің мүшелеріне рахмет айтамыз. Особенно хочу видеть такой нашли время и участие в работе нашей диссертационной работе наши коллеги из зарубежа, из Москвы. Огромное спасибо Киселевой Ирине Александровне. Судангин, өзәртестеріміз Власова Галина Ивановна, Ананина Светлана Викторовна, Харитонова Лариса Михайловна, Токатова Людмила Ирбулатовна, және де біздің рецензенттеріміз Абишева Лубасын Құрманғалиевна, Сафронова Людмила Васильевна, вам всем огромное спасибо. Өзіміздің диссертациялық кеңестің мүшелеріне де рахметімізді айтамыз. Әскенова Жанаргүл Қадырбекқызына табыс тілейміз. Айналайын, жақсылық болсын, жақсы пікірлер айтылды, жақсы ойлар айтылды, я шығармашылық табыс тілейміз. Аман болыңыздар, осымен диссертациялық кеңес жұмысы аяқталды. Большое спасибо, Дихан Хамзабекулы. Уважаемые члены, присутствующие, члены диссовета, присутствующие, позвольте выразить огромную благодарность вам всем, кто принял участие в подготовке, представлении, публичной защите, в обсуждении диссертационного исследования. В первую очередь, позвольте выразить свою благодарность в адрес председателя диссертационного совета Дихан Хамзабекулы и ученого секретаря Майнуре Абельтаевне Бурибаевой за предоставленную возможность защититься в данном диссертационном совете. Также я выражаю благодарность и огромную признательность рецензентам, доктору филологических наук профессору Улбосын Курмангалиевне Абишевой, доктору филологических наук профессору Людмиле Васильевне Сафроновой за высокую оценку, объективный отзыв, который позволили глубже понять значение выполненной работы, за рекомендации. Также позвольте поблагодарить всех членов диссертационного совета, приглашенных членов диссертационного совета, неофициальных рецензентов и, конечно же, я хочу выразить самую огромную признательность и огромную благодарность моим научным консультантам,
профессору Куралай Бибиталине Уразаевой, профессору Ирине Васильевне Маклецовой. Все эти годы совместной работы я ощущала их поддержку, веру в меня. Конечно же, Куралай Бибиталиевна задала высокую научную планку и помогала. Спасибо большое Ирине Васильевне за научные концепции, за посещенные мною вами лекции, которые помогли выстроить научную парадигму. Также хочу выразить благодарность и особое спасибо коллективу родной кафедры, прежде всего Хадише Рустамбековне Нургали, профессорско-преподавательскому составу, профессору Серику Шишбаю Чатахану, Гульжан Зейны Шашкиной, Нурикамалу Теповной Исиной и многим другим коллегам. Также хочу поблагодарить всех слушателей, гостей за проявленный интерес к нашей работе и родным и близким за терпение и понимание. Спасибо всех с наступающим праздником, здоровья, успехов. Рахмет. Спасибо. Спасибо всем.